Поставь лайк за 3 секунды, если ты не хочешь оказаться в пастью у одного из аниматроников из ФНАФа. Привет, привет! Я объединил вот эти вот 4 части выживания с аниматрониками. И получился вот такой вот фильм, который ты сейчас будешь смотреть. Так сказать, просто хочу освежить тебе память. Если ты вдруг не смотрел эти 4 части, то рекомендую сейчас посмотреть вот эту огромную серию. Ну ты прикинь, все аниматроники, боже, там все части, реально. Больше не буду тебя отвлекать, давай, смотри. Создаем новый мир сразу же, и вот я тебе покажу, что здесь будет. 10 дней выживания с 5 ночей с Фредди. Конечно, звучит странно. О, кстати, только вот так вот можно нажать. Ну, тогда с аниматрониками, вот... Ну, как видишь, не вписывается. Пофиг, выживание с аниматрониками. Нам не обязательно, это же всего лишь Майнкрафт, да? Какая разница, какое название? Главное, режим игры выживания, уровень сложности нормальный, ключ генерации. Вот так вот надо. Five Nights at Freddy's. Бесконечный тип мира, да и все, в принципе. Теперь надо просто зайти в дополнение, наборы ресурсов и мои наборы. И фигарим здесь все прям аддоны от Дэнни Фокса, который про аниматроников делал кучу аддончиков. Вот как раз даже Sister Location здесь есть. Представляешь, насколько все-таки это круто. Набор параметров, тут тоже врубаем Дэнни Фокса. Кстати, можно было просто сюда сразу перейти и врубить все. И тогда бы у меня автоматически врубилось и тут. Ну, неважно, в принципе. Главное то, что все я запустил. Вот этот вот аддон мы не будем ставить, потому что они лаганные. И да, они будут портить только все. В принципе, вот, все аддончики поставлены, и это супер круто. Не-не-не, подожди. Вот этот надо оставить, а вот этот убираем. Этот аддон мне не понадобится. Это FNAF тот же, да, только вот это более новый аддончик. Ну и, в принципе, все, я их поставил. Теперь можно и начинать создавать мирочек. Кстати, у меня есть подозрение, что мы будем выживать здесь очень долго. Ну давай-ка проверим на подлинность мое предположение и создадим новый мир. И, кстати, можно еще бонусный сундук зафигачить. Почему бы и нет? Сохранение наборов ресурсов мира идет и офигенно. Так, что же там крутого будет? Уже с нетерпением жду. И поехали! Первый день. Да? Уже утро, как бы, понимаешь, да? Когда создаем мир, начинается утро. И, в принципе, никаких аниматроников и в помине нету. Интересно, ночью они спавнятся или как вообще это все будет работать? Это загадка, и только бог знает. Бог Майнкрафта свидетель этому всему. И создатель аддона, да? Дэнни Фокс сам по себе должен это все знать. И сделал ли он такие параметры. Но главное то, что я вот сейчас добуду просто дерево, и это уже супер крутячно, понимаешь? У меня уже как бы есть... развлекаловка. Я сейчас крафчу себе инструменты, смогу делать себе что угодно. Дом, пиццерию, кстати, я хочу пиццерию. Для этого мне надо какую-нибудь деревню найти по фастику. Что я сейчас и буду делать. Кстати, сразу верстачок можно сделать. Давай-ка сейчас лайтовенькая жизнь, как я это всегда делаю в самом начале, понимаешь, да? Потому что выживание не выживание, если ты не делаешь вот эти вот самые начальные вещи. То есть крафтишь палки там, добываешь кирку, крафтишь там, да, добываешь камень. После этого, и, конечно же, крафтишь инструменты из камня, а потом уже и железо, алмазов. Ну, че я тебе это буду говорить, сам все знаешь и так. Странные подлагивания у меня, видишь, как-то странно блок летит, слишком, похоже, медленно. Хотя вот у меня чуть-чуть пролагало вот до этого, но, в принципе, только подозрение есть на то, что аддон как будто создает лаги, но вроде бы ничего не происходит, никаких нагрузок не должно быть, потому что никого и не существует пока что здесь у меня в мире. Как видишь, вокруг пустота, просто добрый мир. И, кстати, вон там лианы почему-то висят, я впервые такое вижу. А, я же экспериментальный режим поставил на всякий случай, потому что утесы там всякие генерируются очень красивые. Почему бы тогда не сделать, согласен? Что? Что, простите, изумруд? Вон там изумруд. Чё? Похоже, это из-за того, что я поставил как раз вот эту странную генерацию. Круто! Я не знал, что изумруды на поверхности лежат. Походу, создатели Майнкрафта поняли то, что изумруды не такие уж и ценные, чтобы они хранились так под землей и такие редкие были. Вот алмазы, да, наверное, они все-таки всегда в низах, но вот изумруд, реально, вот даже 2 изумруда, офигеть! И еще 4! Я так могу вообще разбогатеть и... Это
круто. Сделал кирку, топор, теперь можно как бы и шиковать. У меня куча хавки сейчас будет, и кровать будет готова, чтобы точно выживать в этом страшном мире. Да, понимаешь сам. И пам-пам, получила свиночка. Этот мир очень суров, у меня уже голод полностью добрался. Хорошо, что у меня есть хавчик. Добрался до хавчика. Теперь можно жить припеваючи. Кстати, вот здесь еще мопчики заспавнились, точнее, животные, которые пустятся у меня на хавчик. Простите уж, но так надо. Кстати, о, надо козла завалить. Смотри. Оп, оп. Ничего. Я так захотел железа, что решил копать под себя. Уже вот столько копаю и молюсь, чтобы я не провалился в лаву. Это будет самая печальная вообще концовка, которая только может быть. Куда ты упал? И, возможно, здесь даже аниматроники бродят. Сейчас увидим. Ну, видишь, моя стратегия работает. Просто копаешь под себя и попадаешь не туда, куда обычно попадают нубасики, а туда, куда надо. И именно я попал к железу. И даже вон там лазуриты, которые мне не нужны. Может, еще и алмазики здесь будут. Но я их все равно скопать не смогу. Надо, потому что железо копать. Я просто отсюда выберусь сейчас через секундочку. Главное, накопать железо и свалить. Черт, я не могу. Эта шахта манит меня. Она такая красивая. Хочется еще больше и больше железа добывать. Но все-таки я противостою этому желанию. Просто уйду отсюда. Еще вот сюда надо сходить, да, быстренько проверить, здесь ли есть где-нибудь рудники железа. Вон он! О, да, повезло, повезло. Короче, забираемся быстренько сюда и забираем. Только вот надо нормальненько прокопать. Вот здесь вот у нас что, тоже куча воды. Просто, ну понимаешь, это экспериментально все-таки Майнкрафт, поэтому здесь вот такие вот шняги всякие, вот такие вот странные шахты с такими проломами. Это мне очень нравится, я вообще обожаю данжи, вот, например. Конечно, здесь я не знаю, есть ли данжи новые, но при том, самое крутое, то что... Ну, я обожаю даже, когда вот такое происходит. Всякие сложно сгенерированные, так сказать, местности, в которых очень много лута. Ну, разве это не потрясающе? Мне интересно вот вообще, как изменились заброшенные шахты. Вот, допустим, в этом Майнкрафте. В этом Bedrock Edition. Ой, кстати, я выбрался, и мне надо сделать... Ой-ой, сколько там мобов страшных. О, нет. Конечно, надеюсь, Эндермен на меня не среагирует и не будет меня трогать. Ну, вроде как, все в порядке. Все, кладем железка, и теперь осталось только сделать. Ой, какой гадюна. Смотри на него. Смотри на него. Ой, какой. Наглец. Он еще специально смотрит, чтобы я на него случайно обернулся, он бомбанул. Но извини, я на тебя смотреть не буду, и тогда ты будешь добрячком. Быстрее лутаем, лутаем весь изумруд и сваливаем отсюда, а то скоро на меня нападет вся толпа монстров, которые только здесь обитают. Черт, 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 они мне мешают. У меня здесь такие супер клады из изумрудов, просто большие. 4, еще 4. Ну разве это не счастье? Я вообще такое... Ну для меня, как вот игрока Java Edition 1.12.2, это вообще удивительно. Я, конечно, в шоке. Так приятно видеть столько изумрудов в одном месте. Всегда думаешь, один блок, а тут тебе сразу на 4. План такой. А! Нет, за что ты меня сейчас кинул? Ну зачем? Ну, точнее, кинула, коза, блин. Ну ладно, спрыгнем сюда, вот водичку, и это нас спасет, надеюсь. И она уже далеко, да, ведьма просто исчезла. Черт, надо теперь как-то сохранить свою жизнь. Сейчас меня может убить любой монстр за считанные секунды просто. Кинет зельку, вот эту вот бабеха, которая за мной просто идет следом. Либо какой-то скелет выстрелит, что самое страшное, это вообще ужасно. Я сейчас просто такой страх испытываю. Притом я еще ни одного аниматроника не встретил, уже ночь первого дня. Кстати, пауки не агрессируют, походу. А, если посмотришь, теперь они агрессируют, или как это вообще работает? Или они в стае нападают? Я что-то не понял сейчас. Почему они вдруг сагрессировали? Вообще, первая ночь это скитание просто по всяким непонятным местам, чтобы найти деревню. Потому что мне кажется, что... Там можно сейчас закупить такие вкусности, такие крутяшки за эти изумруды, которые я добываю. Ой, чуть не погиб. Короче, мало не покажется, если мы туда дойдем, конечно. Нет-нет-нет, скелеты, осторожно, они же меня точно примочат. Блин, конечно, это не очень приятно, что здесь столько скелетов, столько зомби, но ничего не поделать, надо бежать. Тихо-тихо-тихо, скелетики, не реагируйте на меня. Я просто пришел за изумрудами, мне реально нужно их много. Походу, рай изумрудов кончился. Ой, сразу мне подачку дали, ну, спасибочки большое. Так, забираем быстрее и валим, потому что крипер сзади уже подкрался, чтобы меня взорвать. Ну, фигушки ему. Оу-оу, второй день, и вон она деревня. Ну что с ней не так? Что это за...
блоки? А, может быть, это из-за того, что аддоны поставлены, там немножко текстуры изменены. Походу, так и есть. Надеюсь, что все-таки это не так, конечно, но да. Я вижу уже, что все-таки это так. Ох, приятно на самом деле лицезреть, когда текстурки сменены, как-то необычно выглядит деревня, и тут тоже. И это доски, как бы, это простые доски, вот эти вот оранжевенькие. О, плавильная печь, но, кстати, она мне не нужна, к сожалению, но зато здесь же должны быть где-то жители, здесь варная стойка. Кстати, этот дом довольно-таки миленький, кстати, а это тоже, походу, с варными стойками, неужели реально? Да, а чё три домика ведьм каких-то? Давайте мне нормальные какие-нибудь домики. Где ваши блоки сена вообще хоть какие-нибудь? Я что-то вообще не понял. Ну, о! А, как попросил, так сразу выдали. Спасибо. А там еще и это. Нифига себе. Конечно, а где Фредди и все остальные? Что за фигня вообще? Ладно, сейчас залутаем эту деревню и пойдем дальше, наверное. Главное, осмотреться, сундуки-то должны быть какие-нибудь. Это самое приятное, что я здесь могу найти, потому что там могут алмазные вещи выпасть, например, в кузнице. Хотя я не знаю, здесь вообще существует кузница или все-таки это какая-то дурацкая деревня. А вот она, походу, кузница как раз. Только она чуть другая по сравнению с тем, что обычно бывает. Пицца! 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 Ой, я ее съел. Что? Где я? А! Ночное время. Так, двери закрываются. Свет можно врубать, вырубать. Что происходит? Ой-ой. Чика, не смотри на меня так. А как камеру врубать? Что делать? А, так, а где носик Мишки? Можно нажать? Походу нельзя, жалко. Очень бы хотелось. Двери закрывать или что? Сейчас ночное время. Я не знаю, мне как-то стрёмно, там звуки Фокси. Фредди, вон он идет. Почему я во ФНАФе оказался? Походу не надо было есть ту пиццу. Кстати, здесь правило. Не бегать. Что? Don't yell? Вот это я, кстати, не знаю. Я не помню, как это переводится. Так, ладно, пофиг. Попробуем пройти. Пожалуйста, не видите меня, пожалуйста. Вроде не заметили. Так, что у нас тут интересного? Ну, это кладовка. Это, блин, нечестно. Почему меня так быстро завалили? И, кстати, все потемнело, было светлее. Дай-ка я лучше закрою дверцы пока что. И попытаюсь вообще понять. О. Так. А, так это текстурки такие, слушай. Что делать-то будем? Паутина везде. Интересно, а здесь энергии, походу, нет. Так я побегать могу, получается. Попробуем. Вау, вау, вау! Ну он задолбал! Не, ну Фокси вообще какой-то читак он задолбал. Как мне вообще выживать здесь? Он сейчас на меня побежит и капец. Ай, да блин! Как мне, блин, заманить сюда этого, Фокси? Фоксян, беги сюда! Че он не идет-то? Он же вполне может зайти. Ай, блин, да он просто невозможен. Че он такой жесткий? Ай, Фоксян, какой ты все-таки гаденыш. А если я открою эту дверь? Он побежал уже? Я не понял сейчас. Не, надо посмотреть все-таки, он тут стоит. Да, он тут стоит. То есть, если я выйду, вот так вот. Он побежал сразу же. Но он меня не видит же. Вот теперь. Он все время за мной хочет бежать. Уже? Так, я попробовал выйти. Вроде все тихо. Что? Неужели я свободен? Да, пока что все нормально. Так, Фоксян, ты тут стоишь у нас. Это хорошо. Только темно здесь как-то. Оу, эндоскелет здесь стоит. Бошки всяких аниматроников. Ну, знаешь, когда они все спят. Походу, утро началось, я не понял вообще как. Здесь вот они, трое аниматроников. Все нормально с ними. Ну, офигенно, я теперь как бы здесь босс. Получается, вот он фреддианский поет. Дай-ка я попробую даже выйти отсюда. Вау. Неужели я реально в каком-то месте? Я выйти отсюда уже не могу, как бы.
Это единственное место, где я могу вообще ходить. Ну хорошо, тогда давай-ка еще осмотрим немножечко и свалим отсюда как-нибудь. Я не знаю, как именно. Надо, главное, посмотреть вообще, что здесь есть. Так, вот сюда можно зайти, скорее всего. И здесь вот должна быть комнатка с как-то так Фреддиками и другими аниматрониками. Бонни сломанной. Но их что-то нет здесь, к сожалению. Так что без них, походу. Ну и ладно, фиг с ними. Так, это что у нас такое? Это просто толчки. Все нормально здесь. Ну, пошли, короче. Так, что еще здесь есть? Такс, игровые автоматы, которые не поиграешь особо. Здесь у нас... А, это толчки те же, блин. Ой, я хотел вот сюда еще зайти. Пицца. О, плюшевый Мишка. Его убить можно. Я его убил. А еще вот это вот уничтожить можно. Ну ладно, я выброшу. Не буду здесь ничего ломать. Кока-кола. Вкусняшки-то полные. Вот такие вот, получается, у нас выживалки просто офигенные. И это только второй день, а уже такие развлекухи. Все игрушки, надо их все сломать. Знаешь почему? Потому что мне кажется, что это круто. Давай-ка попробуем. На! Вот это мы ломаем все. Вот этих вот тоже вот. Получай. На! И ты тоже получай. Почти всех уничтожили. Смотри, они даже горят как-то. Оп, дымят точнее. И остался только Фреддик и Чика. Ну, давай-ка попробуем. На! И последний. Так, что, добиваем? Они вроде бы не воскрешаются. Офигенно! Воу, никто меня не трогает. Ну, добиваем! Конечно, это супер офигенно, то, что у меня теперь броня такая крутая. И, блин, ночь наступила. Слушай, ну тогда я лягу спать лучше. Зачем мне еще в этом дне вообще находиться? Я уже все что сделал. Ну, не дне, типа дне, типа дно, а типа день. Блин, надо спать. Эй! Ну, блин, придет свою кровать делать. Так жалко его выгонять с кроватки, что пипец. Давай-ка просто рядом с ним ляжем, типа, братки, да, поспим. И просыпаемся, и снова за работу, братан. Все, пошли. Третий день. Еще хлебушки я у них залутаю, и тогда уже свалю. Кстати, там я приметил кое-что, вот ту самую базу. Блин, ведьма стоит, ах ты гадина. О, кстати, поторгуемся, не? Что-то вообще бедная деревня, ни одного жителя. Только вот этого вот увидел, да и все, в принципе. Кстати, я могу сделать изумрудный блок, но он мне не нужен, так что пусть он не будет скрафчен. Мне надо вот что сделать. Оп, 72 хлеба, на тебе, все, теперь я не буду нуждаться в еде. А значит, не придется тратить время на потребности, только просто, чтобы поесть. А подготовить, это уже совсем другое дело. И оно просто исчерпалось, оно просто все, бум, пропало. Идем, короче, вот к пилоджерам, которые находятся вот прямо в своей башне. Надеюсь, что реально их встречу сейчас там. Это бы было супер круто. Ой, чего у меня только нет? Яблочки. Хотя вот, знаешь, голод здесь прям вообще моментально испаряется. Как же жить вообще? Я что-то видел. Черт, давай-ка кровать на всякий случай поставим. И надо сундук еще. Блин. Вот сейчас я реально опасаюсь за свою жизнь. Там Бонни ходят. И не только. Черт. Не-не-не, я все лучше сложу и попытаюсь к ним сходить. Если что, вот реально все сложить надо. Это слишком рисково. Ну что, жесткие рисковые, будто повар, будто пептинец. Че я несу? Так, ладно, смотри. Что это? Я реально жесткий рисковый. Так, это у нас... Это... Че Фокси здесь делают? Здесь должны быть пилоджеры. А, он на меня идет. Не разгоняйся, пожалуйста. Черт, а он довольно-таки быстрый, но, кстати, не настолько. Там другой Фокси был вроде как. Черт. Фреддианский! Он меня ударил и не так уж и много дамажит, но он за мной идет. Фредди, не надо, пожалуйста, зачем? Ладно, еще и Бонни здесь. Это целый гэнг у них здесь. И даже Чика там, я видел Чику. Я ее засек, надо срочно сюда войти. Каким-нибудь образом, быстрее, пока меня не убили. Я зашел. Дури-ду-дум-дум-дум-дури-бум-бум-бум. Чика! Ты чего? Ты чего, Чика? Я добрый. Чика. Ты спелая клубника. Пробегай быстрее. Ой, мужики. Спокойно. Я просто пройти. Друзья. Что? Нет. Это они. Это из четвертого, разве не с третьего, там, ФНАФа, где-то так, чуваки, которые стояли и видели инцидент в масках Фреддиков и других, короче, всех существ, всех аниматроников. На, получи, Чика, и сейчас я пройду туда. Оу, да, так, забираем пузырек опыта, что, реально такой лут здесь есть? Капец, круто.
И спрыгиваем. Бабах! Прямо в воду! Бомбочкой! Вот это я профи! Вот сейчас реально, как будто я эскейпнул, как будто в каком-то фильме жестком, где крутой чувак. Ну все, как бы мы сбежали, и он меня прям целится, смотри, гадина. Еще один! Козел. Но все-таки у меня есть шансы забрать весь лут, который я сейчас уронил. Вот там, вот вроде бы он лежит. И да, вот он мой лутецкий. Он уже приготовлен к тому, чтобы его использовали. Пузырек опыта. Я впервые его вижу в Майнкрафте в обычном режиме, полученный мною. Просто круто такое вообще видеть, да. И еще арбалет у меня теперь. Я смогу даже этих аниматроников как-то привалить. Складываем все ресурсики. И теперь у меня даже неплохо все так. Так, это еще... Это какой день? Третий у нас? Уже, да, получается, все на месте, там эти друзьяшки, они тоже там наверху, блин, бродят, и они как бы вообще ничего не делают, я заметил, так что смысла, в принципе, к ним идти нету вообще никакого. Кстати, уже скоро ночь будет, и я даже не знаю, чем себя занять. Может... Стоп, это просто Фредди? А чё он так далеко ушел? Арбузики выросли в деревне! О май! Вот это я, пожалуй, заберу. Приятный такой сюрпризик. Так, у меня уже 7 арбузик. Что такое? Ты это видел? Это Голден Фредди? Только у него так башка увеличивается, как я знаю. Черт, он меня пугает. Что за музычка? Надо валить отсюда. Арбузики хотя бы засейвить, они мне очень нужны. И спасибо, Крипер, конечно, заспавнился в идеальном месте, прямо около моего сундука, чтобы его подорвать. Это очень приятно, на самом деле. Спасибо тебе. Эй, зомбаки, идите сюда, мне надо... Ой, Крипер, иди сюда, мне надо, чтобы ты взорвал зомбаков, которые тоже должны за мной идти, чтобы как бы подорваться. Ну, давай, взрывчатка, под музычку. Давай, 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 давай. Оп, давай, взрывай. Ну ты глупый. Баба, красавчик, все, молодец. Так, ладно. Что у нас вообще происходит? То есть, если я подойду туда, меня заскримерит Мишка Фредди? Пожалуйста, не надо. Я боюсь. А! Ну хватит, страшные звуки. Ну мне надо приближаться все ближе и ближе. О, черт, они поломанные. Они очень медленные. Но думаю, скримерят, что надо. Господи, а Буни-то он реально жуткий, когда в такой сломанной версии. Но Чика не такая уж и жуткая, но все равно... Челюха у нее торчит, конечно. Это жутко. Мне еще надо Бонни увидеть. Ой, Фредди и... кого? Фокси? Фокси вроде еще сломанный должен быть, да? Пипец, давай-ка к нему все-таки. Вау, вау, вау. Господи, какой он страшный. Особенно с этими аниматрониками, которые идут ко мне. Черт, что они сделали с бедной деревней? Здесь же все было так красиво. А теперь за ним! Ты это видел? Какая большая башка у него! Не, ну типа я видел эту бошку, ну а когда близко, вообще пугающе. Я не ожидал, что он так приблизится ко мне. Ну давай музычку запускай. Сломанный Фредди. Ну давай, сломанный Фредди. Что? Ну пипец, он задолбал. Я не знаю, почему он передвигается, он должен сидеть вообще. Под шканарь, блин. Капец. О, черт, я еще и Фокси нашел сломанного. И он очень быстрый. А Фокси, что ли, когда злой, он только быстрее становится? Серьезно? Ладно, попытка номер 2. Сейчас попытаемся пробежать. Вроде от меня отстал золотой Фредди. Уже 2 раза не скримерил. Точнее, 1 раз не скримерил. А вот сейчас он, возможно, меня заскримерит. О, черт, башка приближается. Потихоньку, потихоньку он идет за мной. Ой-ой-ой, Фоксян, Фоксян, успокойся! Нет, Фоксян, не надо! Пожалуйста! Нет! Они меня все хотят убить! Пожалуйста, прекращайте! Не надо, не надо, не надо! Фокси уже сзади, он бежит очень быстро! Нет! Снова убили! Нет, отсюда надо валить 100%. Ну, ладно, я еще хочу посмотреть. Теперь я зашел вот с такой вот стороны интересненькой. Слышь, не лезь, пожалуйста! У меня здесь, видишь, страшилка реальная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да ты идиот! Ты меня сейчас прямо в смертную казнь отправил. Давай сюда, быстрее! А! Он еще и прыгать умеет! Черт! Ты это видел? Ну, конечно, я это видел. Это было очень жестко. Я, конечно, не ожидал, что они настолько все продуманные. Этот Дани Фокс, он вообще красава. Он такие страшные моды делает. Эти звуки, это все ужасно очень. Особенно прыгающий Фокси. Он, наверное, из воды может выпрыгнуть спокойно.
А, не, не может. Ха-ха. Вот любого моба поставь в Майнкрафте, каждый будет это, унижен водой. Ну, короче, невозможно. Голден Фредди атакует с огромным радиусом. Воу-воу-воу, зомби, полегче, пожалуйста. Только зашел на карту и капец, тут все меня атакуют. Надо срочно забирать манатки. Да вообще надо, знаешь что, поспать как-нибудь. Но ладно, я попытаюсь это сделать в той самой деревне, где меня сильно напрягают эти чертовы аниматроники. Давай, все, ложимся спать быстрее, быстрее. И наконец-то я спасен. Что это было? Что произошло? Это уже не смешно. Мою кровать взорвали. Нет! Офигенно, просто офигенно. Четвертый день я все потерял, все потерял. Что мне теперь делать, я просто не понимаю. Это какое-то издевательство, блин. Ну вот, смотрите, самые горы, я около них был или не около них? Я ж тут изумрудики добывал, я же помню, это было супер круто и супер приятненько. Что ж теперь мне делать? Как далеко я успел убежать за те 3 дня выживания? Я просто не представляю, куда мне бежать. Вот эти горы, я надеюсь, что я найду все-таки ту деревню. Блин, кстати, вот. Мне уже успели испугать и Фокси, и Голден Фредди. Кто следующий вопрос? Кто следующий? Что мне вообще делать? Куда мне бежать? Все ресурсы просто лежат в том месте, около той деревни проклятой. Нашел, черт возьми, нашел! Хорошо, повезло, повезло. Так, так, и вот она, эта деревня. Надеюсь, теперь я-то не погибну. Блин, там золотой Фредди, он мне может помешать. Мышка Фредди, пожалуйста, не надо, Фредди. О, нет, только не ты, только не ты. Черт, он же меня догонит. Что делать? Надо как-то выкручиваться из ситуации. О, нет, пожалуйста, не убивай меня, умоляю. Что делать? Так, 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 быстрее, 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 что-нибудь сформулируем. Хорошо, что я сориентировался по местности в прошлый раз, и также в этот уже получилось. То есть, когда я возрождаюсь, я смотрю вот так, и там надо идти вот так влево-влево далеко. И вот я дошел наконец-то. Вот они мои ресурсы, надо вот здесь вот спаун-пойнт поставить, и вообще желательно отсюда сваливать. Но я кровать оставлю, есть человечек куча, их мы убьем, и как бы сможем зареспавниться хотя бы тут. Я собираюсь все-таки дальше и дальше уходить. И для этого мне надо кровать здесь оставить, естественно. Хлеба у меня полно, и это терять точно было нельзя, что я и сделал. Я не потерял. Кстати, я немножечко вспомнил про ФНАФ, решил посмотреть, что там в 4-м ФНАФе было, или в каком? Вроде в 4-м, да, говорилось то, что показывался кадр, как либо в 83-м, либо в 87-м году. Я что-то не понял. Я реально, вот после 4-го ФНАФа я вообще не чекал историю, что там происходило в Фазберспице. И вот я такой нубас, что я даже не знаю, кто сделал 87-й укус и 83-й. Но вроде бы 83-й, получается, сделал Фредбер на виду у этих вот френдов, которые запихнули голову ребеночка в голову Фредбера, и он откусил, то есть в пасть Фредбера. И также 87-й укус, либо Фокси, либо Мангл. Вот так все получается, или все-таки я реально нубло? Если я реально нубло, напиши в комментариях, скажи мне, поясни, кто реально. Вот просто можешь написать, 83-й сделал тот аниматроник, а 87-й тот аниматроник. Чтобы я хотя бы понимал эту простую вещь. Потому что столько времени прошло, уже по-любому все разгадали. А я как бы Винди смотрел очень-очень давно, по ФНАФу именно. Потом я еще какое-то время глядел его ролики, но вот сейчас что-то вообще редко стал смотреть. Потому что не знаю. Вот так вот. О, смотри, золотой топор, золотая кераса, огненные шарики и железные самородки. Приятненько, однако. Вот это мы, пожалуй, все заберем с собой. Блин, кстати, я сундуки забыл. Ну, как, что поделать. Здесь еще и золотые блоки. О, а из них же можно сделать яблочки вроде как, да? Если не ошибаюсь. Главное забрать нормальненько. Оп, все. Интересно, а вот можно найти клад без карты, которая выпадает из сундуков? Ай, блин, метатель копья, достал ты меня вообще-то. Кстати, вот я деревню нашел. Поздравляй меня, просто поздравления принимаю. И, короче, что у нас тут? Че? Ха, спасибо, спасибо большое. Замороженное, но я потом его заберу. Потому что сейчас, не, знаешь, что я еще хочу проверить? Если я съем мороженое, я так понял, то я попаду в другой мир. Ну, точнее, в пиццерию, получается, да? А, интересно, какую? Я, что ли, к Спрингтрапу попаду? Или как вообще это работает? Я не очень понимаю, но все-таки надо проверить сейчас съесть. Перед этим я еще захотел кое-что проверить. У меня в голове созрел план. Типа, съесть мороженое,
утром и проверить, буду ли я, точнее, когда я вернусь уже после пиццерии, буду ли я ночью заспавлен. Ну, то есть, появлюсь в этом мире снова ночью. И придется мне, что ли, снова спать, или как это работает? Я просто не очень понял. Но сейчас, конечно же, мы все проверим. Главное сейчас поспать где-нибудь. Давай, житель, вставай, мне спать надо. Эх, капец, я грубиян, конечно, но уж прости. Пятый день. Здравствуйте, здравствуйте. Идем сразу же хавать, то... Не-не-не, не сразу же. Надо сначала сундук поставить и какой-то домик себе подхватить. Ой, иди, да, спасай жителей, они же это страдают. Пошел от моего дома, что ты тут делаешь? Вышел! Так, вот здесь мороженое, значит, здесь я и поставлю свой сундук. Оп-оп-оп, складываем все мои ресурсы. Оп-оп-оп-оп. Стоп. Да, сначала я хотел еще сделать яблочки, только вот у меня верстака нет. А теперь есть, понимаешь, все у меня есть. Оп-оп. И яблочки, яблочки, давай-ка оградим их в золоте, и это будет потрясающие яблоки. О, да. Теперь у меня есть два золотых яблока. Ну, неплохой такой лутецкий. Вот это вот, пожалуй, я заберу весь мусор и сложу его во второй сундук, чтобы быстро брать то, что мне надо, и то, что не надо, выкидывать. Во. Только вот я случайно еще и хлеб забрал. Положим его обратно. Скушаем один. А, не, я не хочу. Ну, тогда как раз морожка, если... О! Вот это, конечно, у нас громовержец появился. Вот что я еще забыл. Тоже положить надо лучше, чтобы было. Так, все, вот так. Ну что, кушаем? Мне кажется, что можно кушаем, кушаем. Никого мы не слушаем, слушаем. Кстати, там еще один гром ударил. Ну, нифига себе. А если по мне ударят, это что-то будет вообще? Вот по криперу, если шарахнет, то это все, это ГГ просто. О, привет! Че у тебя тут? Редстоун, спасибо, не надо. Ты вообще ничего не продаешь. Жители, вы чего делаете-то? О, кошак! Кошак миленький. Ну ладно, я уже тысячу раз, я помню, в первых частях 10 днях выживания, не первой части ФНАФа, а именно сиреноголовых, там вот эти вот, самые старые, я в них... Ой, тоже фигня. В них я котиков встречал и умилялся им. Так что сейчас смысл мне умиляться, если я уже это делал. Нафига мне тысячу раз повторяться. Так, а здесь у нас что? Котики, это уже это, простая тема. Вот, когда видосики в ТикТоке вижу с котиками, это вообще кайфец, конечно. Такие няшечки. Ну все, кушаем тогда. Я думаю, да. О, кстати, книги меня отравят? А, отравило, ну блин. Картошку сюда. Надо заесть эту беду. Блин, я что-то боюсь на самом деле кушать. А вдруг я не появлюсь здесь снова? Ну ладно, это фигня какая-то, предположение. Кушаем. Оп! Что случилось? Помогите. Где я? Пицца? Ты ее видишь? Или тебя не видно? Блин, здесь слишком темно. Черт, да это пиццерия, я выйти из нее не могу. Кстати, music box. Надо, похоже, его перезаряжать. А то на меня марионетка выскочит. А дайте поесть. А, я не хочу кушать, я совсем забыл. Блин, еще и лагает капец, когда смотришь сюда. Черт, это вообще неприятная тема. Ой, аниматроники, привет. А вы добрые? Это у нас той Чика, это той Фредди, а это той Бонни. Блин, это похоже... А Фокси-то что здесь делает? Разве не должна быть? Черт. Я вижу там Фредди. И он с кем-то дерется. А, нет, он просто прыгает. Марионеточка. О! Music Box восстановлен. Все нормально, перезарядил. Вау! Какие няшки сидят, смотри, там мангал есть. Почему нет той Чика? А, это сломанный. Это сломанный Фокся, но он очень быстрый и сумасшедший. О, господи, здесь вообще логища жесткие. Посмотрим, что у нас тут. А, Баллонбойчик, привет. Ага, приветики всем. Здесь у нас карусель, карусель. Ты что на меня палишь? Слушай, я надеюсь, что ты спокойный и ничего не сделаешь мне. Ой, я могу нажимать на него, у него даже какие-то позы принимаются. Ха-ха-ха. О, смотри, это он, кажись, в канализацию залазит. Ой, какой ужас. Кстати, уже час ночи. Я неплохо так выживаю. Тихо, кто? Кто, 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 кто? Кто заметил? Черт! Ну это было страшно! Это Фокси напал, да задолбал он уже! Страшно это было на самом деле, но, кстати, я снова появился тут. Так, спокойно все аниматроники, я теперь в здании, Найсик в здании, Бро в здании, все в здании.
Получается, я могу вот здесь вот спокойно пройти? Я хочу осмотреться тут, они не мешают. Ой, я хочу посмотреть аниматроников. О, это самая страшная комната. Здесь все проклятые аниматроники. О, Мангл! Привет, няшечка, ты такая милая. А, кстати, сломанная Мангл есть? Блин, я не хочу... О, я ее тоже могу корректировать. Она не живая, походу. Даже танцевать может. Слушай, да она добрая, походу. Даже ходить, нападать. Ой, страшилка. Ладно, пусть так стоит. Ой, кто это пошумел? Какой из аниматроников? Походу, пока никто. О, привет, это Чика у нас сломанная, да, получается. И это Вичард. То есть сломанный Бонни. И он тоже работает еще. Почему вы его это выкинули? Он неплохой. Ну ладно, он стрёмный на самом деле. Ой, офигеть, я его даже могу менять в позах. Ой, даже вот так вот. Осторожно, мне сейчас укус 87 сделает. Ладно, пусть вот так лучше постоит. Здесь у нас эндоскелет. Тоже может стоять и упадать. Чего? Ну нифига себе ты странный. Да, эндоскелет, конечно, крутой, но он у него такие же позы, как у Фредди. Здесь у нас еще один эндоскелет. Здесь у нас какая-то перерабатывающая станция. А, я понял. Типа это как в магазинах. Перевозка. Здесь кто-то есть? Ах ты гадина, это... Той Бонни? Ой, ты... Что? За что мне все это, скажите? Это просто какой-то ад, непонятный ад. Что теперь, на что на этот раз, почему у меня больше предметов? Вот это похоже какой-то фонарь. О, флеш, да. Так, это у нас что? Воу, круто. А это у нас? Ой. А, так нельзя делать, подожди. Это просто фонарик. Хорошо. Идем. Нет, 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 пожалуйста, не убивай меня, умоляю. Так, все, я использую все, что у меня есть. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Главное жить, главное жить. Спасите, спасите. Я добрый. На, все прям использовал, чтобы Фредди на меня не напал. Ой-ой-ой-ой, пожалуйста, помогите. Вот так вот. Ричардинг, я так понял, это... Кто убил меня? Это пипец, это невозможно. Кстати, ты заметил? Все те же монстры меня убивают. То есть, Голден Фредди меня пугает. И... Так, Голден Фредди нету. Ну и счастье, блин, наконец-то. Надо восстанавливать марионетку. Там ходит Фредди. Той Фредди. И еще мне надо что делать? Я забыл чуть-чуть. Кто говорит? Хватит. Не надо меня пугать. Я сегодня не в настроении пугаться. Кстати, а Мангл вообще живой может быть? Я бы очень хотел живую Мангл. А сломана Мангл где? Я что-то не понял. Она же должна быть во втором ФНАФе, разве нет? Может, я тупой просто? О, кстати, посидеть можно. О! Вот это мое дело! Балдеж! Вот так я и работаю охранником. Кстати, я могу реально передвигаться на нем. И еще что я хотел сказать, это то, что... Вот он, ФНАФец 2. Конечно, офигенно смотреть вперед, когда все лагает. Походу, слишком жесткая нагрузка вот от этого вентилятора. Можно его как-то раздолбать? А может, вообще это весь стол такой? Ну ладно, я ничего ломать не буду, пусть лагает чуть-чуть. Это мне не особо мешает. Мне главное восстанавливать пойти уже. Да черт, да кто? А, Фредди, понял. Сломанный Фредди вроде как. Вот здесь капец логище. Так, ну он вроде меня не должен быстро убить. Ой-ой-ой-ой, я маску выкину. Нет, Фоксян! Ну блин! Я понял, самые невыносимые аниматроники это Фоксян и Голден Фредди. Ну он снова там, ну почему? Что мне делать? Как мне бежать? Он меня задолбает уже. Ну пожалуйста, не надо. Нет, 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 пожалуйста. Это кто? Вот еще один страшный, это походу Shadow Bonnie был. О, а это что? Утро? Спасибо, спасибо, а почему я не внутри теперь появился? Это какая-то странная дичь. Ну, знаешь, что мне нравится? Мне нравится то, что... Фух. А я забыл, что мне нравится. Я что-то вообще это от страха. А, у меня сердечко ёкнуло. Вот что это сказать. Мне уже реально это, с ума сойти тут можно вообще. Интересно, а тут будет Sister Location? Реально, а представляешь, будет. Я так офигею, честно говоря. Потому что, ну, Sister Location это как-то будет неожиданно совсем. Марионетка, пожалуйста, засядь обратно. Ну ладно, вроде бы все в порядке, никто на меня не агрится прямо сейчас, как видишь. Вообще все нормально.
Прям, это супер круто, то, что никто меня не трогает даже. Здесь у нас все так же стоит, как я и поставил. Ну и молодцы, блин, так и стойте. Ну, я здесь вроде бы все осмотрел, всю эту пиццерию. Здесь даже вот эти вот человечки висят из тарелочек, сделанные миленькие. Кстати, вот здесь должна быть... А где? А, стоп, так... Она не должна быть здесь? Сломанная. Блин, я что-то не понял. Она вот здесь должна быть или вот там? Вот там, вот в аркадах. Сломанная мангал, если что. Она вот тут должна быть, получается. Но тут ее нет, здесь балумбой. Значит, вот тут она должна быть. Ее тут тоже нету. Где же сломанная мангулиха? Я чуть не понял. Есть обычная мангал. Ладно, плевать, я не нашел, ну и пофиг. Думаю, как мне вообще ливнуть отсюда, я что-то не понимаю. Вот так вот сделаем. Вот так вот. Короче, непонятно. Обошел еще раз всю пиццерию, ничего не нашел. Я просто не понимаю, как это работает, блин. Что за фигня вообще здесь происходит? Нет! А это что такое? Это Шадоу Фредди! Нет! Нет! Отходи! Что делать? Он меня не убивает. Ты меня убить не можешь! Помогите! Кто-нибудь! А как я выжил? Ой-ой-ой-ой-ой. Сиди там! И больше меня не трогай, понял меня, блин? Просто не трогай меня. Фух. Ну его нафиг с такими лагами. Может, мне просто надо выйти из пиццерии и закрыть ее? И это мне не помогло, походу. Эй, закройся. Не помогло. Тогда я попытаюсь убежать в начало. О, как раз выход. А как? А, вот так вот, смотри. И вот тут я могу пройти. И уходим отсюда. Может быть, мне это реально поможет. Надеюсь, что правда. Фуф, ну и атмосферка тут нагнетающая. Просто капец. Как выбраться отсюда? А, это дом? А что я в доме делаю? Я же вот тут где-то был. Странно. Ну, хорошо, что делать-то будем? Никаких аниматроников я не вижу. Все в порядке. Надо искать свой домик. А где он? А, походу, вон он. Слушай, а ничего такой нагрудник я залутал. Целые шипы один. Неплохо. Это же, когда тебя атакуют, ты какой-то урон наносишь врагу ответно. Наверное, зависит от его урона. Хотя, при том, у тебя шипы на один, а могут быть на три. И значит, что, урон больше в процентах? Или как вообще это работает? Блейдмейл из доты, что ли? Кто понимает, тот поймет. Так, ну что ж, тогда забираем все вещи, которые мне нужны. Это вот доски, т.д. И валим из этой деревни и поскорее. Мне кажется, здесь больше нечего делать, как видишь. Темно, кстати, и я не знаю, спать или не спать. Мне кажется, что... Что? Кто это поставил? Вот бы это был я в креативе, но я не знаю. О, пицца. Пицца, спасибо большое! А лучше не есть ее или как? А если съем? Все нормально. А меня не перенесло в первый ФНАФ. Хорошо. Это странно, конечно, почему тогда съел и перенесло, а сейчас нет. Но, как видишь, тут еще и плюшевые той монстры, той аниматроники. То есть, той Чика, той Фредди, той Бонни, той Фокси. Господи, у них еще и... Не подходить! Порти грядки, порти все здесь, да, точнее, ну, дорожку порти, мне плевать абсолютно, главное, чтобы ты меня не трогал. И, как я вижу, они такие няшки, на самом деле, когда плюшевые, просто хочется их зачискать. Кстати, подарок, а можно его... А толку от них? Здесь еще маска той... О, кстати, это... А, так я знаю это! Короче, в третьей части ФНАФа же вот эта коробка стоит. Не, я все-таки лучше спать лягу, потому что постоянные монстры, они... Как-то задолбали на самом деле. Они все так и стоят тут. Ну и фиг с вами. Пойду я отсюда. Все, бежим. Надо ту кровать какую-нибудь залутать, чтобы у меня хотя бы какой-то сейф был. Кстати, у меня еще и пузырек опыта есть. Я придумал, еще можно завалить всех этих аниматроников. Почему? Какая няша! Блин, так жалко убивать, но... Простите, плюшевые пупсы. Мне надо вас уничтожить, чтобы... Ну, я ж боюсь вас. Мне надо все уничтожить. И эту коробку тоже я уничтожу. С глаз долой. Может, еще что-то выпадет? Кто знает? Ничего не выпало! Ну и фиг с вами, блин. Это, конечно, не очень приятная новость. Я думал, что что-то офигенное будет. И я такой офиг... А ты кто еще такой? Голден Фредди, не?
А-а-а! Я тебя понял, да? А это уже не шутки. Это я ударился или он на меня напал? Не-не-не-не-не, я не буду рисковать, у меня кровати с собой нет. Вот сейчас, ой, точнее, с собой есть, но я не поспал на ней. А ты, кстати, на другом берегу. Офигенно, что так происходит. А-а-а, слушай, а если он меня один раз ударит, буквально один раз, он меня не убьет? Не убьет, ну ты Голден Фредди какой-то не страшный. Есть и пострашнее тебя, так что не пытайся меня испугать, вообще не страшно. Вот тот Голден Фредди, это был ужас самый настоящий. Походу он из-за игрушек пришел мстить, прям моментально, знаешь, появился. Если я перейду вот на тот берег, ты меня не тронешь, да? Притом я на твоей территории, тебе плевать. Ну вот да, теперь я сиди там навсегда. Ой, блин, я же там был. В какую сторону идти-то? Я не хочу возвращаться туда, откуда я прибыл. Надо все дальше и дальше уходить. Подошел я к водичке и понял, что я хочу. Кстати, я понял еще одну вещь. Можно крафтить всякие предметы, нажав просто правой кнопкой мышки. Только я не понял, я сейчас на все... А, не, я не на все скрафтил. То есть один раз крафтится. Правой кнопкой мышки нажимаешь. Это очень удобно. Мне это нравится. Вот так вот, видишь? Ой, что я еще? Я еще случайно ножницы сделал. Не, фигня функция. Ну ладно, это уже мои ошибочки. Кстати, я могу арбуз сделать. Ну пусть будет, почему бы и нет. Ведро еще надо сделать. И, конечно же, лодку, которую я изначально планировал. Вот я открыл, блин, верстак и сразу потратил половину ресурсов, можно сказать. Ладно, все, плывем отсюда нафиг. Я вот что я и придумал. Я хочу уплыть на лодке. Лодка — это офигенная мобильность, по-моему. Можно вообще далеко-далеко уплыть. Кстати, как ускориться? Можно как-то быстрее гребить? Ой, блин, кувшинки увидел. Так захотелось попаркурить по ним. Это реально круто. Давай-ка чуть-чуть поприкалываемся. Так, смотри. Значит, я соберу кувшинку. Вот, а да, кувшинка, если что, она меня засейвить должна. Но не как сейчас, а то я облажался сильно. Но при том, я же могу реально паркурчик устроить. Паркурчик, мальчики. Ну, блин. Все, теперь про паркур. Оп, оп. Ну, почему упал? Я же поставил под себя. Может, надо прям... вертикально? О, видал? Ну ладно, все, я упал. Прикольно попаркурили. А, так на лодке же можно собирать, вот так врезаясь, и потом сделать супер мастерский паркур. Вот это я теперь гений Майнкрафта. О, кстати, на лодку можно встать. Сейчас покажу. Реально работает. Оп, оп. У Дрима я видел такой паркурочек, и теперь... как-то вообще по-идиотски я сейчас сделал. Блин, ладно. Все, делаем. Оп, 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 оп. Оп, 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 получилось! А теперь надо возвращаться назад к лодочке и уже нормально плыть. Люблю я всякой фигней позаниматься перед тем, как попугаться, блин. Надо в открытый океан выплывать, чтобы вообще найти что-то совсем другое. Смотри, что вижу. А это что, шахта под водой? Я не могу не посмотреть, сейчас быстренько сплаваю. А, нет, это просто коралловые рифы, которые очень мило выглядят. Дельфинчик! Еще и дельфинчики плавают. И, конечно же, вот эти чертовы зомби, которые всю обстановку портят. И я не знал, что здесь такие рыбки есть. Ой, пупсики, идите сюда. Блин, жалко, я всех вас забрать не могу к себе в аквариум. Вау, а это что? А это... я это видел уже 1000 раз. А это что? А, это рыба! Как она? Блин, колючка. Рыба-колючка, забыл. Рыба-фугу? Нет, рыба-фугу, она милая. Блин, как же называется? Я что-то реально не помню. Стоп, или фугу, она колючая? Стоп, я что-то реально туплю. Ай, как подняться? Почему мне... поднимай меня наверх! Пожалуйста. О, нет. Походу меня... не! Стоп. Кровать, кровать. Быстрей. Нет! Это... самая тупая смерть была, которую я только видел. Ну, зашибись, решил я поприкалываться. Вот, вот, смотри, что из этого вышло. Теперь я просто в бездне, понимаешь, это бездна. Объясни, что я теперь могу? Мне даже вспоминается 10 дней выживания с амонгасиками, где я... вот такие вот страшные биомы были. Вот такой вот страшный биом. И я еще дом внутри него построил. Это вообще было круто. Блин, ну как так? Ну что ж такое? Почему такое происходит? Я просто не понимаю. Господи, я вообще даже не представляю, что мне теперь делать на этом чертовом сиде. Я не знаю, как я здесь 10 дней буду проживать. Это все, это просто... ну все плохо стало. Как будто я, знаешь, вот ощущаю себя сейчас с человеком, который попал...
Ну, как там фильм-то назывался? 158 дней до спасения или как-то так? Сейчас посмотрел. А! 127 часов называется фильм. Также застрял, блин. Только не рукой где-то в какой-то шахте или типа того в каньончике. А просто я так себя ощущаю, как будто я вот в таком положении. Капец какой-то. О, привет, мужики! А что это такое? Может, мне надо что-то сделать? Нажать рычаг или не стоит? Как думаешь? Ну нет, если не проверю, то я не пойму. Но все-таки стоит или нет? Или пусть стоят? Ну, выглядит, как будто я не знаю. Выглядит, как будто... Может, я их выпущу? Нет! Куда вы? Нет! Пожалуйста! А-а-а! Я еще и сам упал, идиот! Я их убил! Я их убил! Они горят там очень долго! Что ж такое? Что ж такое? Зачем я это сделал? Че, долго ждать? Я просто слушаю звук. Они погибают, они даже звук не издают, представляешь? Ну, кстати, у них ХП намного больше, чем у меня. Они, может, и не умрут никогда. Надеюсь, что они выжили. Надеюсь, что они просто будут купаться в лаве бесконечно. Им пофиг вообще. Я же хотел вас спасти, я думал... Хотя, чем я думал? Хотя я думал, что, может, они... Ладно, ничего я не думал. Но такого я точно не ожидал, что это настолько ужасная пытка. Сколько еще можно слушать? Кто мяукает? Ладно, пофиг. Ах, блин. Жестоко это было на самом деле. Давай, Эндермен, прихлопни меня, я не против. Я заслужил. Я заслужил. Я убил целых сколько там, 8 детишек из этого ФНАФа. Норманов или как они там называются, блин. Жалко мне их, капец. Толку вообще теперь хоть что-то делать, скажи мне, а? Бесполезно, все бесполезно. Кто там ходит? Отстаньте. Пожалуйста, отстань. Кто это? Маленький зомби, отвали. Нет, нет, бежим. Сбежал. Слава богу, сбежал. Так, что у нас? Это кто такие? А что вы плачете, пупсики? Не плачь. Ой, извини. А, он еще атакует. Пожалуйста. Он меня убил. Кстати, эти пупсики, они защищаются. Похоже, это души тех самых малышей. Их там, кстати, много, походу. Ой-ой-ой, где это я? Третий ФНАФ. Походу, реально. То есть первый ФНАФ, потом второй, потом третий. Прикольно. Ребут, вентиляция, камера, аудио. Ну да, все прям как в третьем ФНАФе. Черт, мне страшно, привет. Хоть малыши здесь стоят, кстати. Ну, они, кстати, из первого ФНАФа. А это у нас той игрушки. Ну да, я показывал, кстати, еще какая-то макака. Интересно, а есть какая-то история про это? А то я не знаю. Коробку двигать можно. Там той... Не, реально, а что это за макака? Блин, я смотрел теории. Ну, башка моя не может вспомнить. А гитарки на ней играет Бонни, кстати. Так, картинки у нас миленькие. Так, вот тут вот Бонни дарит подарочек. Вот это вот вкусненький пирожочек. Так, что у нас здесь? Это Golden Freddy. Марионетка вылезает, Фредди поет и радуется ребеночек, Чика вылезает из тортика. Добренькие такие картиночки. И тут у нас висит Что за звуки? Тут кто-нибудь есть? После этого вопроса, конечно, никогда ничего не происходит. Но я слышу что-то в той стороне. Черт, как это крипово! Пойдем отсюда. А это что? Кстати, я вижу, картинки одни и те же. И здесь еще висит голова Фокси. Пока все нормально. Блин. Бонни, ты совсем офигел? Ты зачем здесь сломанно висишь? Я слышал шаги. Кто-нибудь есть? Отозвался, смотри. Все-таки ошибочное предположение было, что никогда никто не отзывается. И знаешь, что я предлагаю? Попробовать вот так. Он меня видит. Он через стену на меня пялится. Как бы доказать? Черт, да он на меня... Идешь! Нет! Помогите! Он за мной идет! Пожалуйста, пожалуйста, не трогай меня! Что делать? Он идет сюда. Уф, он прошел мимо. Нет! Ну что ж ты такой козел?
Не иди сюда, пожалуйста! Как будто сняло с плеч. Это было жестко. Не возвращайся. Да, иди туда. Ай ты гаденыш какой! Специально спрятался за углом, чтобы я испугался. А я вот так подожду. Или не подожду. Ладно. Уф, он там. Давай предположим, куда он пойдет? Сюда или туда? Нет, отвали! Козел! Он прямо за мной идет! Нет, 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 нет! Все, вот так, за угол. Надеюсь, поможет. Нет. За углом. Да, ты меня не видишь, конечно. Ушел. Пронесло. Ты там? Он там. Стой, 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 не иди сюда, не иди сюда. Ты совсем офигел? Ты меня испугать до полусмерти хочешь? Ай ты гаденыш. Ай ты подлец, не заходи сюда, пожалуйста. Передумай. Черт, Спрингтрап реально страшный. Еще этот эмбиент, который на фоне играет, это просто... Это полная крипипаста. Так, ладно. Давай, давай, иди за мной. Сейчас я вот так вот тебя облапошу. Ты совсем? Нет. Бежим, бежим, бежим. Быстрее. Ну теперь-то... Да блин, он за мной. Он за мной бежит. Все, сюда, сюда, сюда. Быстрее, быстрее. Это было очень страшно. Вот здесь за углом постоим. Он идет за мной все равно. Он теперь всегда на меня нападает. Теперь он не отвалит от меня точно. Отвали! Козел! Как против этого вообще выживать? Может, снова надо спрятаться к себе? Быстрее, быстрее, быстрее! Бежим, 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 быстрее! Это что такое? Нет, Фантом Фредди, не надо! Чёрт! Ты что делаешь? А как вообще прятаться от этого? Он меня убивает постоянно! Чё? Капец, жуть! Все, успокойся! Бежишь ко мне! Умоляю! Что же это такое? Почему? Почему меня он постоянно пугает, а при этом не убивает? Он вообще не может меня убить. Это какая-то дичь полная. Все, отвали от меня. А тут на меня еще Спрингтрап набежит сейчас. Все, бежим, 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 бежим. Быстрее, 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 быстрее. И, наверное, он все-таки отвалит. Отвали. О, как быстро все прошло. Что? Чика! Чика! Капец, она вся испорченная. Меня это очень пугает. Я ее даже убить не могу. Помогите! Я не хочу больше, чтобы она меня скривила. Что делать-то? Вроде бы все отвалило. Отвалило. Что тут делает Фокси? Нет, 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 нет. Пожалуйста, отвали от меня. Это фантом. Фантом Фокси. Но быстрее своих приспешников. Помогите. Что за фигня вообще? Что за звуки? Кто там? Я это впервые слышу. Так, свет там мергает, мерцает. Это все обычное дело. Мне страшно, кто там? Какие-то звуки были, помимо Спрингтрапа. Ломать чи нет? Там однозначно кто-то есть. А кто такие звуки издает, интересно? Давай, помогай, аудиосистема. Че ты вообще не помогаешь? Ну, не аудиосистема, а ребут там вот это все. Кто-то там есть? Эй! Это кто? Это марионетка. Не-не-не-не-не, ты меня сегодня не испугаешь. Капец. Как же хорошо, что все исчезают одновременно, когда я смотрю в стену. Ну, пропало сейчас. Кто? 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 Я что-то упустил или я чё? Пожалуйста, коробу. А вот это я уже знаю, кто это. Это Мангл. Она прямо там. Неужели это Фантайм? Фантом Мангл? Не стоит туда идти. За мной кто-то идет. Нет! Пожалуйста! Не надо! Как она быстро напугает! Меня убили! За что? Все, все прошло. Спасибо. Блин, а зачем я постоянно говорю помогите, если все равно мне никто не поможет? Я вот сейчас подумал.
Это кто был? Каждый раз новые фантаймы приходят постоянно. Что за фигня? Идет уже. Он меня через стены видит, походу. Бомбой, ты идешь ко мне или нет? Ладно, мне придется все-таки туда идти в любом случае, как-нибудь. Продвигаемся потихонечку. Идем. Да какой потихонечку? Быстро идем. О, привет, Бомбойчик! Быстрее! О, сундук! Вау-вау-вау! Тихо! Отойдите! Бежим! Вот так вот! А, да! Я какой-то назаритовый меч залутал! Ну, какой шанс был того, что я найду там что-нибудь? Если бы его не было, то я бы сейчас погиб. Я их могу даже... Я дать отпором могу! Это не супер, а? Получил? Балумбойчик! Все, готов! Кто еще на меня? Ах ты гадина! Меня хочешь? Победил! Так быстро! Ну, теперь ты откисаешь, братан. Это шедевратик, прости уж. Ну, я, конечно, не хвалю себя, но я красавчик. Да, понимаешь, я затащил Чика, глава Чики. Что у нас тут еще есть? И это игровые автоматы. Капец, конечно. Так, назаритовый меч, конечно, я хотел бы с собой утащить. Какие-то подарочки. О! Я тут! Я почему-то сам вперед ходил, сейчас W нажал, у меня перестало ходиться. Прикольно. Ну, я возродился, к счастью. В обычном мире больше меня никто не тревожит. И это офигенно. Спрингтрап совсем офигел такие страшилки делать. Фух, блин. Я сейчас просто, ну, в шоке. Я так не пугался, реально. Ну, понимаешь, кроме... Кстати, Фоксиан вообще козел. Но кто меня больше всего испугал? Мангл или кто? Я что-то не помню. Кстати, Мангл единственный, кто кусается из всех аниматроников. Из... Что это такое? Это из Shadow, я имею в виду. Из Фантомов. Во, вспомнил. Блин. Там сидит Спрингтрап или мне кажется? Это Плюштрап! Маленькая версия Спрингтрапа. Он не смотрит на меня, кстати. Да вот. Не-не-не-не-не-не-не, спокойно-спокойно. Не беги на меня. Он уже хотел на меня разозлиться, ты видел? Тихо-тихо-тихо. Офигеть. О, песик, спасибо, что спасаете меня. О, два песика, спасибо, что спасаете меня от этого скелета. Он нагло на меня нападает. Нет, пожалуйста, спаси меня. О, черт. Кстати, здесь странник пришел. Бродячий торговец, здорово. Блин, вот бы у тебя забрать вот этого вот няжного верблюда, то ли кто это. Окс, лама, блин, как я вообще перепутал с верблюдом. Короче... Что? Серьёзно? Спринг... Плюштрап помогает мне, он увеличивается, когда атакует. Он реально становится в разы больше. Нет, меня не атакуй. Я-то что тебе сделал? Я добряк вообще. Иди лучше атакуй вот этих вот злых чуваков, которые тебе сейчас... Спасибо. Спасибо. Кстати, это намек, походу, Плюштрап, он же в четвертом ФНАФе находится. Значит, если он меня сожрет, я что, попаду в ФНАФ 4? Или как вообще это происходит? Непонятно. А! Он меня сейчас откусит. Пожалуйста, не надо. Лучше кусай зомби. Ну, короче, я не знаю, что-то надо делать, как-то выбираться отсюда. У меня нету вообще вариантов. Кроваток у меня нету, шерсти нету, овечек нету. И не знаешь, что делать, кроме вот этого Плюштрапа. Куда? Что мне делать? Может просто попробовать... Ой-ой-ой-ой, меня атакует снова. Ах, блин, деревень поблизости нету, тоже очень печальная весть. То есть, реально, куда, что мне делать, я не понимаю. Сколько я уже сказал, что мне делать, я не понимаю. Тоже, поэтому я просто сделаю вот так вот. У-ху! Все просто. Как мне вообще, блин, здесь выживать? Я не понимаю... Когда я потерял все ресурсы, это был роковой момент просто. Кстати, мне посоветовали еще купить... Ой, не купить, а ведро скрафтить, набрать воды и как бы под аниматроников подстелить, чтобы они, ну, начали лагать. Кстати, приветик. Ой. Плюштрап. Ты что здесь делаешь? И почему здесь кровать? Черт, мобы нападают, а я спать не могу. А, блин, ну как же это все работает, непонятно. Блин, там Плюштрап, походу, уснул на этом стуле, и мне предлагают уснуть. Слушай, а если кровать появилась? Я хочу в четвертый ФНАФ. Интересно, как там все работать будет?
Да это же вообще супер эпично. Кстати, я в третьем уже был, я там сильно попугался. Чё мне еще писали? Кстати, мне писали про укус 87 и 83. Но я... Блин, сейчас не могу говорить. Ну как же мне что делать? Спасай меня, блин. Он мне даже не помогает. Вот если выстрелит, вообще плевать всем. О, господи, я даже погибну сейчас. О! Что-то изменилось. Здесь он мобов убил. Он слез с кресла. Не надо на меня. Иди лучше зомбаков мочи. Ладно, попытаюсь от него убежать. Все-таки он реально уже задолбал меня. Я просто хочу лечь спать, но мне монстры не дают. Дай-ка я сяду. Нет, все. Спокойно. Вот, смотри. Зомбаки же, они тебя должны это... Нелюбимые твои. Они тоже мобы, они тоже враги. Ну? Во-во-во, вставай сейчас. Ну? Ты будешь вставать вообще? Почему ты именно меня атакуешь? Я лег! Я могу спать! Ну и что это такое? Черт! Я лег спать? И оказался в четвертом ФНАФе, как я и подумал! Все правильно, все верно! Ой-ой-ой, здесь же Найтмэр Фредди, Найтмэр все аниматроники, здесь очень темно, что капец, надо зажигать здесь вот так вот свет. Интересно, тебе вообще что-то видно? Ну, вроде как все видно. Плюшевый Фредди, плюшевый Голден Фредди и также еще куча игрушек, как будто я реальный ребеночек. Слушай, а может я все-таки реально ребенок? Сегодня я в роли ребеночка. И здесь очень много миленьких игрушек, например, вот этот робот, вот этот вот... телефон-машинка с язычком. Также еще вот эта вот гусеница. Какая она все-таки милашка. Слушай, а можно игрушку как... Что это было? Черт, мне просто игрушку подвинуть можно как-нибудь? Только не атакуй меня, пожалуйста. Вот так вот, осторожненько. Да... Ты видел это? Это неспроста сейчас было. Кусаются. Зараза какая. Да хватит! Что же делать? Ладно, я подвину тогда вот эту гусеницу к себе. Вот так вот, осторожненько. И ты мне должна зажечь свет. Я гений, да? Правильно делаю. Вот так вот. Еще чуть-чуть. Реально! Все, у меня бесконечный свет! Кстати, здесь есть двери. О, черт, это крепота полная. Телефончик давай сюда. Молодец, здесь и будешь стоять. Теперь у меня хоть какой-то свет есть. Я добыл свет, как будто Прометей огонь. Так, что у нас еще интересного? Отсюда должен вылезать Бонни. Я его подожду, в принципе. Какие-то кор... Приветик. Ой, вылез и ушел. Так, ну хорошо, пусть там и сидит. Он вроде добряк полный. Кстати, а здесь Фреддики не появляются, только добрый Мишка Фредди. Так, что у нас тут? Ой-ой, не-не-не-не-не, пожалуйста, только без этого. А здесь у нас сидит Мангл. Я не хочу с ней связываться. Интересно, кто первый на меня нападет? Кстати, мне бы на кухню сходить и покушать собрать, но так страшно. Вот этого роботика сейчас на свет поставлю, вот туда на плиту, и все будет просто офигенно. Оп, еще совсем чуть-чуть. Оп, и свет включается, готово. А где еще свет-то можно включить? Вот если вот сюда нажать, ничего не работает. Плюшевая Чика. Чика. А можно тебя... О, да я еще сейчас свет подрублю. Слушай, а есть еще игрушки? О, Бонни. Я сейчас реально захвачу здесь все. Что это? Кстати, часы. О, часы звучат. Пробивает час ночи, и будет что-то страшное. Ну ладно, они просто звучат, но ничего не происходит. Это хорошо. Это к лучшему. Если вот сюда нажать, все-таки что-то включится, походу нет. Мне надо подвинуть, но я вижу там какой-то тортик. Это что, кексик? Или как он там называется? Так, двигаем. Главное... А что он смотрит-то туда? Он живой, что ли? Близко подходим, включаем свет. У нас теперь есть свет. Он передвигается. Черт, я его запустил к себе в комнату. Что это такое? Это Редстоун, походу. Хорошо. Собаки все еще лают.
Вот сюда мне еще бы провести свет. Вау, идеально, все просто спланировано у меня офигенно. Надеюсь, я не поплачусь за то, что я сейчас делаю. Вот так вот нагло передвигаюсь. Кто нажал? Нет! Черт! Уф, это было жутко. Ну все, теперь-то я смогу это сделать, или все-таки она теперь вон там? Нет, спокойно, все, я ухожу в свою комнату, только не нападай. Уф. А ты что хочешь, туда зайти? Давай туда отправляйся, прямо к мангал, и больше не приходи. Черт, вообще офигели. Еще и ты вылезаешь. Ну что там? Ай, понял, туда выходить нельзя. Тогда вот сюда пойду. Здесь-то свет есть. И сейчас Чика вылезает, смотри. Раз, два, не, раз, два, я облажался. Теперь раз, два, три, часики не просто так пробили, но никакой Чики не появляется до сих пор. Она, походу, там застряла. Я слышу, она передвигается все ближе и ближе. А, она меня не видит. Тогда быстренько передвигаем и ценой своей жизни. Давай, двигай, не туда. Она меня заметила, нет? Надеюсь, что нет. Она меня, походу, реально не заметила. Почему я могу спокойно передвигать игрушки? Мою игрушку зачем подвинула? Глупая Чика, глупая. А что тут вообще интересно есть? Там какие-то звуки появились. О, пропали. Ну и хорошо. Привет. Да, мы его теперь поближе разглядели. Плюс трапчик не такой уж и страшненький, знаешь. Ну ладно, не буду его тревожить. Спасибо, ничего не... Спасибо, что-то-то есть. Вот так вот-то лучше, я уж подумал, что меня облапошили. Ну, так, у меня есть меч. Как спасаться-то будем? О, телек. Кто? Бумбой, ты что тут делаешь? Найтмэр Блумбой. Не надо меня, пожалуйста, атаковать. В принципе, я могу убежать от него сейчас. Вот так. Быстрее. Заходим. Кто это? Найтмэр Бой. Эти. Фреддики. Не. Убили. Черт, я в полной темноте теперь. Надо их завалить, короче. Другого выхода у меня нет. Черт, они мне все игрушки сбили. Пожалуйста, не двигайте их, не надо. Сами лучше на игрушки реально вставайте и помогайте как-то осветлять все. Мне еще мангл надо прогнать, не остальных. Фреддик, успокойтесь, они реально как сумасшедшие дети. Шумят. На! А их трое, кстати. Ой, блин, я сидячего ударил, теперь он будет зол. Вот так вот. Еще кто? О, гадины. Пошел. Не мешать. Пошел. Ой, сиди, пока не атакуй меня. Мне надо осветлить комнату. Так, осторожнее, не вставай. О, теперь вставай. На! Одолел. Походу, все. С ними покончено. Ух, пронесло. Теперь надо вот это вот двигать. Вот это вот подвинем. И следующее надо атаковать кексик. Кстати... Пошел отсюда! Какие он страшные! Я не знал, что у Баумбоя такой страшный голос! И я его тоже привалил! Ух, пока что пронесло меня. Ух, это было очень страшно. Слушай, я не ожидал, что такая ночь у меня будет сегодня. Я думал, у меня будут добренькие ночи с Фредди такие, знаешь. Ну ладно, на самом деле, я ничего не думал. В любом случае, очевидно было, что FNAF 10 дней это будет что-то страшное. Фух, здесь никого нет, к счастью. Тогда попробуем решить проблему с мангал, которая там засела, и вот с этим какашечником. А, кстати, если он укусит, он будет... Он меня не кусает даже? Так он добренький. Может, его оставить тогда? Да, беги. Ну, это было, кстати, приятно очень, что он меня не укусил. Вот эту вот козу надо отсюда как-то выгонять, а то она совсем охренела. Охренела, да? Вот так вот. Давай, подходи. Вот так вот, потихонечку. Давай, гноби моя. О! О! Укуси даже не смогла. Я прогоняю. Ладно, смогла. Ну на! Кстати, вот эти скрины, они такие же
страшный. Конечно, не громкий, но не настолько. Ну что ж, Фоксик, сиди тут, няшечка, ты меня больше это... Ну, не тревожишь? Я уничтожу мангал, получается все хорошо. Пора выдвигаться, мне кажется, на кухню. Так, Пупс, ты меня снова не трогаешь? Снова туда хочешь зайти? Ну, конечно, добро пожаловать, заходи. Пусть там и сидит, в принципе. А мы пойдем отправляться. Робот на место вернулся, мне еще ты понадобишься. Ну, блин, хватит уже слезать с кнопок. Кто вас вообще убирает оттуда? Я же вроде не... Может, я все-таки двинанул случайно ему это по башке? У нас здесь все спокойненько. Ну, пока, как видишь, ночь хорошая. Я не хочу спать. Я малыш, короче, и не хочу спать просто. Мне хочется походить там ночью. Дратути! О, добро пожаловать, он мне такой. Обернулся, как будто спалил. Может, он хотел... А что такой медленный? Разрешил укусить, теперь... Не-не-не-не-не, стоп. Ты меня не съешь. Бонни это просто, смотри, он просто жуткий. Но все же, я с ним быстро порешаю. Не такой уж и тяжелый аниматроник все-таки. Ай, ну хватит. Игрушечка вылезла. Ну вот ты тут и посиди. Вот так вот будем складировать, когда будем уничтожать их. Ну а теперь пора возвращаться уже на базу. Ты че совсем? Так пугать, блин. Даже без какого-то звука, без звука сопровождения она, блин, испугалась, сожрала, блин. Здесь у нас все спокойненько. Ну и хорошо, весь дом насветлен, и это самое главное. На! Я должен ее уничтожить, чтобы она больше здесь не мешала. Вот так вот. А тебя здесь и оставим, пусть это будет твоя комната. О, а как раз вот эта комната Бонни будет. Интересно, а Фокси есть? Если есть, то было бы круто вообще. Идем, короче, возвращаемся. Стоп, а здесь же именно мангал, да? Фокси это, получается, той... Той Фокси это мангал. А, нет, той Фокси это той Фокси. А есть мангал, она раздолбанная, получается. Я так понимаю. Просто я реально... Что-то вот с той мангал... Ой, той Фокси и мангал не разобрался, типа... Потому что той Фокси, он очень похож на мангал. А мангал это и есть той Фокси или что? Вот так вот я не понимаю. Кстати, я могу сидеть. Ну, вот так и буду, короче. Все, я маленький малыш, мне скучно тут. Точнее, страшно. О! Вот он и Фокси прибежал. Походу, мстить за мангал. Больно вообще это было. А! Ты чё, совсем? Я ожидал такого, это предательство. Я ж тебя, блин, отпускал куда ты хочешь. Это просто... Это удар в сердце. В самое сердце, понимаешь? Козел. Ой, я даже сломал лампу. Ну и пофиг, пусть ее не будет. Она все равно не светит. Ах, блин, как и не светит мне выжить здесь с такими аниматрониками. А может и светит. Я просто уже подозреваю, что мне кранты с такими-то страшными фоксянами, которые здесь ходят. Кстати, он довольно-таки медленный, заметь. Он даже не успевает меня напасть. Еще один аниматроник. И еще одна игрушка. Ну и я тоже уничтожу, чтобы одна была здесь. Вот так вот. Ух, понесло. Сижу тут, боюсь, а ничего не происходит пока. Стоит выходить или нет? Что такое? Это Фредди? Очень похоже. О, добро пожаловать. Еще один страшный аниматроник. Пойду в ту сторону! Кто это такие? Кстати, у меня камера есть. Что они тут делают? Ай! Больно, блин. Пошел отсюда. На! Он меня сожрал. На! Я тебя убью. Я не хочу, блин, с тобой связываться. Ну, точнее, придется. Кстати, у него какой-то радиус атаки сумасшедший. Я не могу его... Он меня с двух укусов съедает, в отличие от других аниматроников. Они по три укуса делают. Робот, защищай как-то. Его надо одолеть. Ладно, Фредди, давай Фреддика. А, вот, я Найтмэра сейчас атакую. Ну и вот пофиг. Стоп, это я сейчас к Фредди пошел. Черт. Уничтожил. Вот так вот. Здесь мы захватили местность. Так и надо работать, понимаешь? Хорошо, что мне меч дается. Это просто слава. Он страшный! Он страшный! Как он в ночи-то выглядит вообще жутко. Но вот на свету уже не так страшно. У него, кстати, Фреддики маленькие торчат. Плюшевые или как они вообще? Они плюшевые или нет? Походу нет. Они какие-то слишком аниматронические.
Чёрт, да он задолбал меня уже. Свет не вырубай только, понял? На! Вот так вот и надо. Кстати, у меня не видел, заметил? Оп! Еще одного в топку. Часы пробивают. Да, молодцы. Ух, так, что у нас тут появилось что-нибудь? Ничего нового. А, Спрингтрап до сих пор просто... Ну кто это такие? Почему они ко мне приходят? Это добрая какая-то тыковка. Ну, тыковка так тыковка. Это не страшно. Эй, со световых точек не уходить. Ой-ой, кто это? Это что, Фокси пришел из ада прямо? Прям ко мне. Привет. Не-не-не-не-не! Офигеть, он большой! Он горит весь! Черт, он мне дом не сожжет? О! Тихо-тихо-тихо. Врубить свет и валить отсюда. Кто это такой? Стой, игрушка, работай. Он меня не увидел. Ну, так-то и лучше. Хорошо, что он не увидел меня. Ох, ё-моё. А что он там делает вообще? Это как-то вообще непонятно. Давай, давай, раз на раз. Я готов. Он так замахивается! Еще и эта козяла ко мне пристала! А, не, не ко мне. Да задолбали эти тыковки, они вообще обнаглевшие. Я понял, у них стратегия атаковать вместе с аниматрониками. И этот Фредди, он тоже, да это, хочет меня сожрать. Но хорошо, что у меня назеритовый меч, который мне точно поможет. Конечно, они меня сжирают. Это Голден Фредди, Найтмэр Фредбер. А, это Фредбер было. Я думал, что это Голден Фредди здесь стоит. Понял, понял. Чё-то я вообще не разбираюсь во ФНАФе. Вот так, в четвертом. Вот все эти пасхалочки, ДТП. Да ты задолбал уже тыкву. Кстати, она так увеличивается, когда кусает. Эй, свет верни мне. Вот, другое дело. Вот, все, больше прощать вот таких пупсиков, которые не сразу атакуют, я не буду. Они обнаглели. Я так сейчас подумал, а после ФНАФа 4 у нас будет Sister Location? А после Sister Location у нас будет Security Breach, который еще не вышел. А прикинь, будет. Интересно. Посмотрим, посмотрим. Я бы хотел. Ну, теперь идем. Что у нас тут интересненького? А ты кто такой? Он что, зомби? Это Фредди из мертвых восстал? Я тебя три раза... Франкенштейн! Офигеть, как он передвигается круто. Не, ну он добряк. Сразу видно, что он не страшный. На! Он с одного удара меня сожжет. Дредбер? Я такого аниматроника в жизни не видел. Это реально существующий? Что это за страшный такой? Черт, да его просто уничтожить надо. И больше никогда не возвращайся сюда. Мне уже... Ну я сыт по горло валю. Просто. Вас тонны. А я один. Маленький ребеночек. Все, вроде бы всех раскатал. Здесь у нас никого нет. В шкафу все хорошо. Никаких малышей Фредди не появляется. А я вообще не пойму, мне до 10 утра досиживать или что мне делать? Может, мне надо снова к Спрингтрапу вернуться? Ну хотя что там может измениться? Я вот про кого забыл, марионетка. Кровать? А что кровать здесь делает? Эй, марионетка, иди сюда. Ты меня видишь? Эй. Бежим, 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 бежим. Надеюсь, не догонит, надеюсь, не догонит. Она меня не атакует. Может, застряла? Помочь? Я просто хотел бы посмотреть. Реально застряла. Черт, как страшно передвигается. Не надо, пожалуйста. Блин, ты слышал? Ты просто слышал? О, нет, ты еще и звуки. Ой, свет вырубаешь. Пройти не можешь. На! Вот это анимация. Ну тебя нафиг. Я перетерпел всех аниматроников. Ее терпеть... Блин, а ее же могу же завалить там. Еще раз тогда сходим к ней, что уж делать. Другого... Вы что так пугаете? Она такая быстрая вообще. Она прям за... Ты просто сумасшедшая. Я таких аниматроников еще не видел, которые настолько быстро передвигаются. Может, еще раз испугаешь меня сейчас? Спать или все-таки сразить ее? Мне кажется, надо валить отсюда. Не-не-не-не-не, такое я не потяну. Быстрее спать. Ночь на дворе. Все плохо. Так что все, спим. Надеюсь, я вернусь назад. О! Походу, я вернулся в наш мир. Стоп! Так я не тут засыпал. Совсем не тут. И что с крышей? Какая-то она красивая даже стала.
Да, кстати, заброшенная деревня, походу, и... экзотическое масло? Баттер — это же масло. Не понял? Это относится к аниматроникам? Ну, по голосу, похоже, да. Но чё-то я вообще не понял, что это было, на самом деле. Ладно. Пофиг, просто забудем про это. Что сейчас вообще мы будем делать? Вот мне интересно. Какой день у нас уже сегодня? 8-й день, капец. Как же так? Ну, для начала надо, думаю, осмотреться в этой деревне, потому что я только появился и совсем не знаю, какой лут здесь может находиться. Например, там хлеб, там, что еще обычно в сундуках лежит? Какие-нибудь ресурсы, например, руда. И, кстати, что это такое? Это вообще что? Ладно. Это можно выкинуть? Это нельзя выкинуть? Что за фигня вообще происходит? Штаны... Воу! Откуда у меня фонарик? Это предмет явно не из Майнкрафта. Ну, очевидно, потому что он даже выглядит не как будто он из Майнкрафта. Майнкрафт-то получше бы сделали. Странно. И у меня, кстати, есть теперь меч. И пошел отсюда. Готов. Киса! Вот маленькую кису я редко видел. Эй, иди сюда, я добренький. Ну, чего ты убегаешь? О! Что? Как эта штука-то называется? Отмычка. Не, подожди. А, вспомнил. Монтировку можно использовать раз в минуту and a half. То есть половину. Что ли, или как half? И lock suit. Закрытую броню. Наконец-то доперло. Костюм, слово называется. Вот этот костюмчик, короче, при... Снова мороженое? Как в самом начале, кстати, куча яблок. Я их тоже залутаю. Потому что меня... Я ж, помнишь, потерял ресурсы. Как думаешь? Ой, точнее, я должен подумать. Ты помнишь или нет все-таки, а? Помнишь, как я потерял все ресурсы? Так вот, теперь я снова живу. Я снова живой. Попробуем все-таки съесть морожку. И ничего. А толку от этого мороженого? Еще фонарик. Может, схавать все 64 штуки? Как думаешь? Ну, раз 64, то 64. Я съем без проблем. Просто надо чуть-чуть постоять, похавать. И когда все, тогда все. Осталось еще 4, 3, 2, 1, 0. Я не прогадал? Что? Да, это... Жестко. Я попал в Sister Location. Карта-то такая, по-любому. Это лифт, в котором мы начинаем, конечно же. Мы, типа, должны спускаться там или подниматься, я не помню. Но в игре, короче, вначале так было. Потом мы ползем по вентиляции. Вот как я сейчас делаю. Оп-оп-оп. И я прибываю в рум. В самую главную комнату. И у меня есть 3 пути. Черт. Фантайм Фокси? А там что? А там Балора. Ну, привет! А еще маленькая эта штучка. Ее похожая такая статуя. Она добрая вообще? Привет! Я погостить зашел. Добрая? Балора добрая? Неужели реально? Она сказала, добро пожаловать в мою комнату. Ну, хорошо, я пройду. Что случилось? Ты добрый? А че они все добрые? О, а это Фантайм Фредди? Ладно. А если я ударю, ему все равно плевать? Какие они добрые! Ладно, пойдем отсюда побыстрее, а то я боюсь... Нет! Тихо! Не нападай, тачи! Хорошо, что я вовремя свалил, они разозлились на меня. А тут Фантайм Фокси, она злая. Черт! Они меня все не любят. Пойду-ка я оттуда. О-оу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это еще страшнее. А как этого пупса зовут? Привет. Они плохие. Это Биди Баб и Электро Баб. Они, короче, вот эти дружки. Мои уши. Я чуть не умер.
Жесть. Электробаб меня убил. А Бидибаб меня не трогнул. Не тронул, потому что меня сожрал электробаб. Ну давай, на! Второго тоже надо нам отключить, а то они бесят меня. О-оу. А это Бэйби. Она добрая? Не, ну, явно злая. Ой, игрушка, кстати. Вы чё, офигели? Чёртовы игрушки, они меня хотят испугать. Помогите! Господи. Это ужас какой-то. Что это? Пипец. Я не знал, что в FNAF Sister Location есть вот эти вот девочки маленькие. Вот эти маленькие бэйбики. Ой-ой-ой, не пугайте меня, пожалуйста. Так, все, привалил половинку. На! Она меня пугает! Ой, блин. Ну это и скримеры, конечно. Можно было еще громче сделать? На! Она пройти не может, походу, бэйби. Вот этих мы завалили. Они... Нифига, у нее скример. Ну слушай, она вообще вроде нас всю игру сопровождает голосом. Если я не ошибаюсь, я просто помню ее вот этот голос добренький. Хорош мне. Ладно, я пошел отсюда. Какая-то она слишком конфликтная. Или все-таки попробовать? Ладно, я попробую уничтожить ее. Разве она таким звуком пугает? Ладно. Я уже не боюсь ее, потому что она заскримерила меня разок, и я уже понимаю то, что она будет так дальше атаковать, пугать. Ой, у нее даже есть звук, когда ее атакуют. Ей больно. Все. Победили. Вот так вот и надо справляться с аниматрониками. Посмотри, у нее просто черепуха вся развалилась. Прикольно. Эндоскелет вон там виден. Конечно, аниматроники вообще эпично выглядят. Вообще классная такая девочка. А здесь еще у нее бэйбики тоже сидят, и они все отключены. Все, лежите тут и нифига не делайте. Пока, больше в эту комнату я не вернусь. Please stand by. Ой, не, все, нафиг. Ползем по канализации, посмотрим, что у нас других. Кстати, вот там вот я Фреддика видел такого нерабочего. Точнее, не, рабочего. От эндоскелета Фреддика. Это был... Йендо. Его зовут Йендо. Но я вообще о нем ничего, честно говоря, не знаю. Вот это меня пугает. Она такие скримеры фигарит. Музычку еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо! Нет! Пожалуйста, Балора, отстань! А это тоже на меня зол? Ой, Йендо! Тихо! Ух! Йендо, вот, мы увидели его никнейм как раз. Ну, мне как-то справляться с ними надо. А может сначала вот к Фоксику? Не-не-не-не-не, слишком страшно. Фантайм Фокси это ужас. А где маленькая? А, она зашла в ту комнату. Вот бы ее там запереть. Тихо-тихо-тихо, Балора! Балора, ты чего? Она, кстати, вообще убивает без этого. А, покажи мне лицо свое. Блин, ну не видно. Еще разок. Я хочу увидеть, как у нее лицо выглядит. Ой, меня еще маленькая убила. Ну ладно. Сейчас мы снимем вот эти штуки. Они, блин, они мне мешают. Я не могу посмотреть на ее лицо из-за этого. Что делать? Что у нас там делает Фоксик? Нет! Фантайм Фокси, успокойся! Это еще страшнее, чем остальные аниматроники. Господи, а че их такими прям вообще кричащими делали? Походу, из-за того, что когда девочки кричат, у них больше децибел звук, чем у пацанов. Вот такая вот беда. Они более такие голосистые. Во, увидел? Раскрылось лицо. И мы увидели эндоскелет. Кстати, интересно, а как... У нее эндоскелет выглядит... О-о-о, Терминатора напоминает. Офигеть. А еще мне напоминает один мультик. Ладно, я не вспомню название, но он мне нравился. Это факт. И маленькая куколка. Похоже на куколку, которая в Икее продается. Привет! Иди сюда! Йенда мы не убили. Ну ничего, сейчас еще раз ходим. Мне пофиг, я еще могу хоть тысячу раз идти. Музычка приятно играет. Все мне нравится здесь. Давай, Йенда. Теперь я тебя уничтожу. Прости уж меня. Готов. Блин, он мне наложил эффект незрения. Это неприятная вещь. Слепоты, точнее. Ну все, он вроде бы отключился. Прощайте. Эх, как-то грустно все выглядит, когда мы их уничтожили. Все это как-то не живо. Блин, вот бы это. Может пересмотреть мне FNAF 6 прохождение. У кого-нибудь в Индии, например. Просто знаешь, так грустно за них.
Мне вот интересно, они добрые были или нет, аниматроники? И голос, который нас всегда это тащил куда-то, он тоже добрый? Вот как раз Бэйби, наверное, говорила голосом. А может быть, как раз и Балора. Вот это я, кстати, не знаю. Так давно это было. Ну, ладно, Фантом... Прекрати, пожалуйста. Все, будем убивать ее так. По-другому никак. Получается? Походу, да. Нет! Фонтейн Фокси, да? Да, все правильно. На! Она очень быстро! Очень быстро! Хорошо, что я весь протяжный звук этот не слышу. И уничтожили. Еще одна жертва. О, подгончик нашел факелы с огнем душ. Вот это приятная вещь. Так, теперь посмотрим на Фонтейн Фокси. Ну, выглядит обычно. А я чё не... Фонтейн Фредди! Ой! Ты добрая? Привет. А, она добрая. Прости уж, но это ШД. А, кстати, а чё ты не схватишь? У тебя Бонни должен быть на руке, Фредди. Где твой Бонни? Ой. А ударяй... Добрый. А, нет! Ну, скример такой же, как у кого-то... А, как у Йенда. То же самое прям. Хорошо, что у меня теперь есть факел, и я могу как-то это освещать. Блин, такая добренькая. Походу, она меня реально атаковать не собирается. Вот это вот надо уничтожить. И я знаю, что в этой комнате должен быть какой-то проход вроде. О. Это реально после смерти у него в руках просто появляется Бонни, он стоит. Чего? Бред какой-то. Походу, анимации нету. Вот это мне нравится, очень добрая. Прыгает тут. Хочет на ручке к вот этому Фреддику, но, к сожалению, никак. У него занята рука другим Бонником. Он захотел с Бонни тусить, а не с Girl Boy Бонни. Ну, уж прости, такова жизнь, это ШД. Я пойду сейчас вот по этому страшному пути. Как раз там, походу, и концовка игры должна быть. Черт. Что ж там будет? Я знаю, что... Черт! Кто это? Это тот самый... А! Это как в концовке прям мне по башке стукнула эта штука. И я погибаю. Скупер как раз. Короче, сейчас прочитал. Это Эннард. Я не знал его имени. Вот реально, я почти у половины аниматроников не знал имени. И это Эннард. Представляешь, какое у него странное название? Вот эта фигня мне сейчас ударит по башке. Я боюсь подойти. Блин, что делать? Она не дает никак пройти. Ну? Ну? Снова ударишь меня? Надо мочить быстрее, пока она меня не ударила! Тихо, не злись, не злись! Он, походу, злится за то, что я скупера мочу. Ну сколько можно? Ух, повезло. Ух, что же за звуки издает эта неведомая чертовщина? Эннард. Он даже умеет забираться по стенам. Ну, привет! Это было страшно. А я его могу выпустить отсюда? Просто я бы хотел с ним столкнуться. Раз на раз. Вот бы он это... Интересно, а он... В... ФНАФе Sister Location выбирался из вот этой вот фигни стеклянной? Или только я такой крутой его выпустил? Интересно, а чё он от нас хочет вообще, этот Эннард? Кстати, он отстал, походу. О, смотрит на меня. Хе-хе. Что ж ты делаешь, а? Нет! 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 Черт! А, я же могу его через стекло убить, и вообще все будет просто. Эннард его зовут. Все правильно, я ничего не попутал. Ну, конечно, я же в инет залез. Я читуак. Кстати, а что если уничтожить эту куколку? Надо тоже проверить, а то она здесь смеется. Ничего. Блин, а вдруг все эти аниматроники, они жаждут нас просто сожрать, типа? Может, они все злые? Я просто уже предполагаю, учитывая то, что... Господи, этот звук, когда он только вот собирается напасть, это, ну, очень страшно. Ну вот, блин, ну я снова погиб. Ну сколько можно? Я уже устал туда-сюда бежать. И куда? Я потерялся. Еще раз возвращаемся. Мне нравится, какие он звуки издает. Ходьбу там всякое, вот это вот. По полу. Сколько его мочи... Хватит? Блин, он меня пугает. О! Черт! Это было страшно.
И он развалился, эндоскелетик. Блин, это же простой аниматроник-эндоскелет. Что же он хотел, интересно, в FNAF Sister Location? Ох, блин, это было жутко. Прям я вообще весь трясусь уже. Фух. Ладно, смотри, что мы думаем-то теперь? Вроде бы я все уничтожил, теперь ничего меня не покоцает. У него даже глаза из рук торчат. А что это такое вообще? О! А это что такое? У меня теперь есть его спавн? А пойду-ка я его вон там заспавню и снова уничтожу. Или попытаюсь от него поубегать. Хорошая идея, да? Ну, посмотрим. Я боюсь на самом деле. Что же это такое? Подожди, подожди. Что? Я стал Эннардом? То есть, я даже ходить здесь могу. И что мне делать? Черт. Я не ожидал такого исхода событий, что я реально превращусь в аниматроника, в Эннарда. И чё, как теперь, чё делать? Может, надо это, вернуться в самый назад? Здесь мы реально, блин, знаешь, я как будто я сейчас в FNAF 6 поиграл, вот такое ощущение. А может, это плохая концовка, и я превращаюсь в Эннарда, хотя какой-то бред на самом деле. Как это я из охранника человека могу в Эннарда превратиться? Типа, если только меня захавает аниматроник... И чё, нажимаем? Уф, это было страшно. Ну все, походу я свободен. Я свободен. У нас еще, короче, 2 дня впереди. Я не знаю, что будет, но мне кажется, что что-то супер эпичное. Капец. Слушай, мы уже побывали в первом ФНАФе, втором ФНАФе, третьем ФНАФе, четвертом ФНАФе, ФНАФе Sister Location. Ничего не забыл, как думаешь? Вроде нет. Получается, сейчас у нас на пути стоит... Какой ФНАФ-то вообще? Фанатские ФНАФы навряд ли будут здесь. Может быть, Security Bridge? Страшно? Ладно, на самом деле. Просто надо... Ой, я же в деревне был! Чёрт! И, кстати, деревья изменились. Смотри, какой они цвет приобрели. Странная дичь. Ой-ой-ой-ой-ой! Мобы на меня нападают. Подождите, подождите. Мне надо сначала в деревню сходить, посмотреть, что вообще там есть. Я еще не все дома обошел, как я помню. И вот сейчас у меня как раз шанс есть. О! Фонарик-то вообще работает в любом месте. То есть мне даже не обязательно его держать в руках. Это офигенно! Ну, да, я же так правильно понял? Да, я могу вот так светить. Зашибись. Ай, там зачарованным луком скелет. Это очень плохо, очень страшно и неприятно. Надо срочно искать сундуки. Все-таки еще лутецкий-то хоть какой-то подобрать можно, в принципе. О, у меня, кстати, есть и так. А у меня неплохой лут. У меня даже меч есть, а я даже не заметил. Ну, блин, с мечом на лук нападать, когда у тебя нету брони, это так опасно, капец прям. Вот, они мне уже одно сердечко слили. А так, может, и 10, и 20 слить. И будет тогда кранты. У меня вопрос. А, я же это видел. А, так это плавильная печь. Прикольно здесь, блин, жалко. Как вообще мне зажечь вот этот огонь? Походу, надо зажигалку, чтобы разжечь костер. Но, простите, у меня ее нет. Так что уходим отсюда. Здесь еще вот такой домик. Вау, это как избушка какая-то. А там наверху должен быть сундук. А, нету. А внизу? Эй, пошел! Еще один. Показалось. Страшно. А здесь что-нибудь есть? Чё? Это костюм получается. Слушай, это костюм Спринг Фредди. Блин, а я не помню что-то. Спринг Фредди. Я превратился в аниматроника? Серьезно? Так давай-ка попробуем поиграть. Я в пасти его. И смотри, я могу даже рот открывать. Во-во-во, видишь, у меня анимация показана, во. Я реально, офигеть! Моя башка там торчит! У меня больше хп стало! И это не очень долго протянется. У меня вот уже какие-то поломки происходят. Если нажать right, то ничего не происходит. Ну ладно, попробуем поиграть так за аниматроника. 29 секунд, кого бы разнести? У меня есть шанс. Ну, быстрей! Быстрее! Бежим! Надо бежать куда-нибудь! Уничтожать кого угодно. Во, скелетика. Быстро, 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 быстро. Иди сюда. Давай, давай, давай. Ничего не видно. О, хоть что-то. 10 секунд. Еще кто хочет на меня нарваться? Я готов. Я аниматроник ужасный. Идите сюда, пока я не взорвался. Нет, помогите. Что происходит? О, черт. Все плохо? Все, я застрял. Меня убило.
Черт. Ну это было странно. Дичь? И мне пора ложиться спать. Все-таки в 9-й день уже отправляемся, я устал уже. Доблая утличка! А я нашел все свои ресурсы, к счастью, и теперь я могу их забрать. О, да, повезло, повезло. Но я вообще не ожидал, что такое происходит. Я думал, все будет в порядке. Ну, как ты видишь, все пошло совсем не по плану, и я просто бабахнул. Я не знал, что всего 60 секунд действует эта броня, так мне лучше это. Использовать ее в важный ответственный момент. Офигеть, что я нашел? Посмотри! Какая башня красивая! Блин, только меня сейчас завалят здесь. Реально, с такими вот монстра-существами. О, у меня штанишки есть. Ну, хотя бы какая-то защита. Мне надо пробраться на самый верх туда. Там же сундук есть, как вроде как. Блин, а как я его залутаю сейчас? Может... О, земля есть. Ну вот, как раз заделаю. Черт, вот это вот райд мне мешает. Ладно, все. Быстрее, быстрее, быстрее. Пробегаем. Нет, нет, отвалите. Уф, забежал. Хорошо. Посмотрим, что у нас там внутри. О, нет. Уф, замочил. Стрела выпала. Кто еще? Сколько их там? Идите сюда. Ну? Давай, 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 заходи, заходи. Заходи на огонек. Сейчас мы тебя шандарахнем. А! Тихо! 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 А! Как попал? Еще один? Все, завалил. А это уже мое дело. Повезло, повезло. Так, смотри, значит, что мы можем сделать? У нас сейчас арбалетик заряжен. А может как раз им надавать? Мне кажется, что стоит им реально надавать сейчас. 60 секунд у меня будет снова. И тогда можно охотиться. Что, будем делать это? Прыгаю! А! Блин, их очень много! Быстрее! Пока не убили меня! Оп! Готово! Ну чё, кто на меня? Кто на меня? А! Придержите коней! Они меня завалили! Но я все тот же аниматроник. То есть, если я даже погибаю, то ничего страшного. Это замечательно. Ну чё, пойдем? А кого мы будем уничтожать? Ну, я реально аниматроник, смотри. Здесь я вообще по-другому вижу. У этого аниматроника... А я копать быстро могу? Нет, кстати. Блин, я думал, что он вообще супер мощный. Но хожу реально как аниматроник. И это уже прикольно. Лисичка? Прости, но я хотел проверить, сколько урона. С одного удара выношу. Господи, как реальный! Ну, моя башка ж там торчит, как я выжив... А, меня сжирает, я совсем забыл. Я в аниматронике какое-то время, и все. Это Спринг Бонни, получается? И Спринг Фредди есть. Как-то мне, знаешь, сомнение, как будто это не так. Или... Я что-то реально туплю. Ай, снова сломался, и у меня все накрылось. Слушай, подожди. А как я погибаю? Я хочу увидеть это. Я не... Там можно со стороны... Не, со стороны я не посмотрю никак. Но я погиб, и снова было странно такое, знаешь. Как будто меня откусило. Развлекаюсь как могу. Пым-пым-пым-пым-пым. Блин, надо пожрать. Не зря же убивал овечек. Так. А, кайф. Ну, деревня очередная. Крутая деревня. Посмотрим, что у нас тут. Я надеюсь, что в сундуках будут крутые лутецкие, как обычно. И... Да. Спасибо. Тогда следующий домик. Может, там повезет. Может, здесь повезет, а? Нет, тоже не повезло. А, тоже не повезло. Ну что ж такое? Что, аниматроники? Так это из первого ФНАФа. Что вы тут делаете? Это же... Ну, Фокси, да. Ну, какой-то другой. И звуки шагов есть, когда я его двигаю. Вы какие-то странные ребята. Может, они ночью запускаются? Right, right. Не понимает. А может... Так, а ночь скоро? Да, ночь скоро. Чёрт, они же активируются, здесь все разнесут. Сундуки-то есть вообще? О, сундук. А-ха-ха-ха! Повезло, повезло. И 15 яблок в придачу. Спасибо, спасибо. Так, ну ладно, я тогда ночью активирую, если прям совсем все плохо будет. И надо еще здесь вот так вот спаун-поинтик поставить и вообще забрать кровать. Житель, прости. Мне надо как-нибудь поставить в каком-нибудь не очень доступном месте. А то я боюсь, что житель уснет на кроватке. И типа, я не знаю, будет ли так, что мой спаун-поинт собьется. Еще одна броня. Замечательно. Теперь у меня есть лутецкий и даже кроубар. Я не знаю, что это делает, но посмотрим. Блин, у меня лагает. Когда я на них смотрю, у меня лаги.
Неприятное зрелище. Там еще аниматроники! Фредди! Даже фреддианский есть. А ты хочешь мясо? Не, не хочет. А это тот, в которого я залез. Shift и правая кнопка мышки не работает. Ударить? Тоже ничего не делает. Слушай, ну мне кажется, все-таки надо спрятаться. Потому что сейчас ночь начнется, и, возможно, они активируются. А это самое неприятное, что может быть. А может вот так вот забраться? Они меня тут достанут. Быстрее, жители, укрывайтесь! Сейчас это будет просто... просто ужас. Черт, у меня уже мысли, как будто они активировались, но они еще не активировались. Не пугайте меня, пожалуйста. Если что, у меня наготове моя броня. Ночь наступает все ближе и ближе. Боюсь. Надо посмотреть, они активируются вообще или нет. Ну? Активация будет или все хорошо? А, еще не потемнело, ждем. Прям совсем потемнеть должно, наверное. Не, ну я вижу, что он двигается по чуть-чуть. О, даже мобы заспавнились. Они не активировались. Это неспроста. Может, надо что-то сделать? Может, кроубаром? О! А, это я на себя юзну. Хорошо. Не, ничего не происходит. Ну ладно, я попробую в аниматроника залезть. Может, так они меня услышат. Эй, привет! Я свой! На! И чё, я его просто вырубил? А толку-то? На! Еще одна у него аниматроника. На! Хорош! Ну блин, они не бездействуют, так неинтересно. Я думаю, сейчас будут проблемы у меня. Я аниматроник, я хочу с тобой дружить, давай активируйся! Не активировался, блин! Ты активируйся! Как тебя активировать? Я не понимаю. Может, ими как-то управлять надо? Ну, ничего не работает. Что за фигня? Я сейчас погибну! Помогите! Помогите! Быстрее, залазим в другого аниматроника. Никак. Нет! Ой, смотри, я лежу. Я ничего не вижу. Я истекаю кровью. Видишь? Да, я реально истек кровью. И вот он, я снова здесь. Ай, ладно, фиг с ним. Короче, добиваем аниматроника. И ложимся спать. Мне уже нечего здесь делать. О, надо сразить всех мобов. Я сейчас могу сражение аниматроника против мобов сделать. Как раз здесь. И скелеты заспавнились. Кого-то столько нет. На! Еще! На! И ты тоже иди сюда. Оп! Хорош. Кстати, у меня бесконечный фонарик теперь. Даже при том, что у меня его нет в инвентаре, как видишь. Ну чё, ну чё, ну чё, идите сюда, пока я живой. Я снова живу. Давай, 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 давай. Оп! Еще одного. Я придумал. А сможет ли аниматроник с одного удара вынести такую громадину? Ай! Так и он меня унижает! Стой, стой, стой! Я ножом его фигарю. Чего? Посмотри! Он ножом бьет! Чего? Серьезно, что ли? Давай, давай, сражаемся! Мы должны победить! 10 секунд! Да! Победил! Я успел. А теперь примем... А, кстати, я воду спокойно могу задать, ничего не будет. А! Меня уничтожают! Нет, 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 пожалуйста, не убивайте. ГГ. Ну? Я мертв. Внутри. Спать. Нюхаю бобру! Каждый день ты не нюхал бобру. Ну, вот мое место смерти. 10-й денек. Не знаю, чего здесь должно происходить. Но, мне кажется, надо отсюда уже пиликать. Здесь нечего ловить. Кстати, я везде начал замечать вот эти блоки. Это, походу, какой-нибудь диорит, который текстуры у которого текстуры сменены. Ну, ладно, короче, попробуем вот сюда вот залезть. И тут у нас ничего, как обычно, нет. Господи, ну что же мне вообще делать? Может, хоть что-то будет появляться? Меня все преследуют в этом мире. Это Ванни. Ваниш. Смотри, какая она красотка. Ой. Так, смотри, это, короче, зайчонок. Вот знаешь, кого напоминают? Мистера Хопса и мисс... Ой. Хопс из... Джуди Хопс. Вот, из... как его? Зверотопия. Зверополис. О, я смотрел, кстати, мультик. И вот какая она красивенькая. Прикольно. Кстати, это 23-летняя девушка. Короче, ей приказывает глич-трап в ее голове, представляешь? Ну, короче, ладно. Плевать на нее, она все равно не живая, походу. И, короче, знаешь что? Вот это что такое? Чё? Это, похоже, прямой портал прямо в пиццерию или как там, в клуб, торговый центр, что там в security breach. Осуществляю прыжок.
куда я падаю? Что это за литер, то ли? А, нет, 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 куда я, куда? Уф, я живой. Как красиво. Чё? Это джекпот. Неужели это... Это security breach. Господи, посмотри на это. Я в шоке. О, господи, это реально security breach. Офигеть! Офигеть! Красиво-то как! Ну что, тогда путешествуем тут? Даже я весь отсвечиваю. Просто эпик. Вот так вот будем ходить, короче. Что у нас тут вообще есть? Нет! На меня уже аниматроники набрасываются какие-то. Это какое-то солнышко. А это что такое? Это... А-а-а! Помогите! Он меня хочет сожрать! Тихо, тихо, тихо! Спокойно, спокойно, спокойно! Черт, это какой-то из аниматроников. Один из основных, там 4 штуки. Все, батиха, короче. Ой, здесь какой-то робот добрый. Офигеть, она вообще нубка. Она реально ее телега забрала! Мы с ней покататься? Я тоже хочу... Ну ты офигела? А, Роксана ее зовут, Роксана. Офигенно, конечно. Ну теперь она там навечно катается. Кстати, здесь есть вот такой вот крутой лифт. Смотри, как он снаружи выглядит. Это супер круто. Ладно, забираемся, посмотрим, как это вообще выглядит, если вот так забираться. Считай лифт. А, стой, стой, стой! Блин, я ноги себе переломал, капец. Ну чё? Вау, перевоплощение такое в синий. Такой, вау. Тут все просто... Какая красивая комната, не могу, смотри, я весь фиолетовый. Вот это, конечно, позитивчик тут. Желтый. Здесь у нас вообще зеленый цвет. Ну, окей, что сказать, офигенно. Здесь у нас такое все разное. А здесь плохо видно. Хотя, когда я захожу, здесь уже чуть-чуть получше начинает видеться. О! Назаритовый меч! Офигенно! Только здесь слишком темно, надо выходить. Закроем нафиг эту комнату. Здесь реально какой-нибудь аниматроник мог запрятаться и уничтожить меня. Но, как видишь, нифига не произошло. Далее. Что еще тут есть? Я вообще не разбираюсь в Security Breach. Просто знаю то, что там куча аниматроников вот этих вот. Роксана и остальные. Я только не помню, как их называют. Крокодильчик, короче, буду его называть. Крокодил. Следующий это Фреддик такой. Power Фредди будет у меня. Потому что у него молния нарисована на нагруднике. И здесь тоже какая-то непонятная комната. Не, ну тут тоже нечего делать. Аниматроников тут я не вижу. Просто красивенько. Ну, давай осмотрим всю эту пиццерию, получается. О, спуск вниз, это второй этаж или даже третий. А вот это спуск прямо... А, да, на первый, похоже. Можно было, конечно, и по лифту спуститься. Воу. А я не знал, что здесь такой подвал есть. Вау. Это секретный подвал. Здесь вообще по-другому все выглядит. Здесь кто-нибудь есть? Вау, красные светильники, вот таких я еще не видел. Блин, а чё все так странно выглядит? Вообще. Это все, блин, шейдеры. Ладно, уходим отсюда. Хе-хе-хе, пошумели? Ну, здесь... Не, ну реально уходим отсюда. Кстати, лампа. Посмотрим на нее. И вообще, как будто объем какой-то есть у блоков. Поднимаемся. Это закрываем, здесь тоже никого нет. Получается, весь первый этаж в моем распоряжении. И распоряжение аниматроников. Привет. А, так подожди, я вернулся. Я еще вот здесь не осматривался. Вот. Супер эпично. Здесь всякие то ли ложки, то ли что. Ну, как видишь, тоже ничего особенного. Но при том мы просто осматриваемся. Какие еще аниматроники есть? Ну, в принципе, я сейчас уже не вспомню. Вау, тут тоже прикольно. Ну, все такое цветастое, капец, прям вообще. Это уже не страшно, блин. Вот, кстати, знаешь что? Мне, честно говоря, вот не нравятся аниматроники из FNAF'а Security Breach. Они какие-то не культовые. Не, знаешь, не запоминающиеся, вот так скажу. Вот Чика, Фредди, это так просто. А вот это, они такие цветные все. И вот сама игра, вот Security Breach, она капец цветная. Ну, и как видишь, здесь все тоже супер цветное. Вот это Роксана как раз, которая нас завалила. А почему она здесь стоит? Уничтожить! О!
другое дело. Теперь вместо тебя стойка будет вот такая вот. А здесь у нас Чика вот такая вот. Чика, это получается, Роксана, это кто? Это Фокси? Чика это вот эта вот фигня. Они у них каждый, у каждого свои позы. А Ванни где, интересно, ходит? А это у нас... я не помню, на Мо как-то начинается, но я не вспомню сейчас. Кстати, у него очень прикольный биом. А вот он фредянский. Да, я его показывал. Фредяк. Верни! Он мой меч захавал, представляешь? Хорошо, что вернул. А это что? Не-не-не-не, сюда я не пойду, там слишком темно. Давай сейчас по развлечениям расходимся. Да-да-да. И робот тоже подсел, смотри, подсел на тележку. Давай, Роксана! Давай-ка я с телеги сейчас... Вливай с телеги! Ах ты, козел. Ладно, Роксану. Ах ты, гадина, как тебя вообще ловить? Давай, роботика. А, все, съехал. На! Уничтожила меня. Офигела. Уважаемая Роксаночка, я вас с тележки выпустил, а вы меня так уничтожаете. За что? Что я вам сделал? Ну, снова набегает, слишком быстро. Я не смогу справиться с этим существом вообще наглым. Так, иди сюда, короче. Роксаночка, прости, но мне надо тебя уничтожить. Ты один из тысячи аниматроников. Ладно, не тысяча, а восьми, семи, сколько там? Шесть, пять, четыре, три, два, один. Ладно, короче, идем ее уничтожать, иди. Блин, как мне ее так уничтожить, чтобы она меня не тронула ни разу? Ну, кажись, это невозможно. Придется вот так погибать постоянно. Я правильно иду? Да, в правильном направлении. Все, давай. Тихо-т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 ихо
смогла пройти в дверь, и я ее уничтожал. Да-да-да-да-да, тихо. Вот так вот. Правильно, правильно. Ах, готово. Первый аниматроник уничтожен. Теперь пойдем вот туда вот. Тут еще, я уверен, что здесь что-то еще есть. Там я вроде бы был. Во, смотри, здесь вот, для чего вот здесь? Да-да-да, там что-то есть все-таки, реально. Пойдем туда, пойдем туда. Кто же у нас тут такой? Добро пожаловать. О, какой милый ресторанчик. Здесь очень красиво. А это кто такой? Ой, нифига себе, ты что прыгаешь-то так? Это ресторан. Это добрый ресторанчик. Не могу налюбоваться просто. Супер выглядит. Так, ну где ты? А где луна? Нет! Тихо! Ой-ой-ой. Ладно, уничтожаем эту страшное существо. На. Ой, убил. Еще разок. Надо его уничтожить. Это еще один из аниматроников. Ну-ну, хватит кувыркаться так. Он вообще как-то странно ходит. Я сейчас понял, что я вообще ничего не знаю об этом аниматронике. Он уже на мой спаун пришел. Уничтожать меня. Ай, больно, больно. Ну ладно, я его могу хоть миллион раз ударить, и ничего мне не будет. Кстати, я не вижу смысла их убивать. Но придется. Хотя, не, нашел смысл. Надо осматриваться здесь. Вот эта комнатка выглядит... Ну, знаешь, такая лайтовенькая. Пустынька какая-то. Это вообще, это... Чем здесь занимаются? Походу, реально, это какой-то рестик просто. И здесь, так сказать, очень красивая... очень красивый ландшафтик. А вот это вот какие-то горки американские, получается, типа того. И отсюда можно уже пиликать. Ибо здесь больше нечего ловить. А для чего эти дрова лежат, я совсем не понимаю. И сено. Походу, тоже какая-то архитектура. Во, вот сюда я точно не ходил. Все-все-все, обыграли солнышко. Вон он уходит. Кстати, а почему солнце и луна? Что это за аниматроники вообще? Я о них ни капли не знаю. Закружил, смотри какой. Ай, наглец. А это что? Вау, это же супер красиво! Как здесь все отсвечивает от плитки кафельной. Прикольно. Я слышал шаги, или мне послышалось? Что это у нас, Фрейдянский стоит или кто? Что-то я не понял. Походу реально... Ты чё? Чика, ты чё пугаешь-то так? Так, быстрее пробегаем. А там у нас походу... Ужас какой, я не могу, это очень страшно. Чё они такие ужасные все? Хватит на меня нападать, все, отстань. Вот сюда забегаем. Это детская площадка! А это уже мое дело. Я как раз ребеночек, мне надо детские площадки. О, я вспомнил. Я помню, в космике любил играть. Космик, блин. Эх, я в детстве сюда постоянно бегал. Я помню, еще такие горочки всякие были, вот, развлекательные. Во всяких торговых центрах, т.д.т.п. Вот. Ой, Фрейдянский, привет. А ты что тут забыл? Кстати, он вообще не... Вот знаешь, они меня вообще не пугают. Ну, точнее, как они набегают, это пипец, конечно. И это все? Фредди, ты вообще не страшный. Ты вот самый простачок.
Походу, специально для детей. Ай, стой. У меня Вока забил, нет! Сожрал. Скример у них, конечно, так себе. Даже без звука. Ну что, солнышко, прыгаешь? Ай ты, какашечка. Ну, я не знаю, что здесь делать. Здесь уже мы все осмотрели, в принципе. Песочница, я так понимаю, разноцветная. И там домик сверху. А как в него зайти? Никак, походу. Фреддианский, кстати, сидит. Ну все, в принципе, здесь мы побегали. Фредди мы посмотрели, ничего такого особенного. Все, похоже, они обычненькие. Мне вот Ваня интересно, где ходит или как ее там. Ну, который глич-трапом захвачен мозг. Вот это вообще интересно очень. Он уже сюда прошел через две калитки. А дай-ка я его здесь запру. Все, сиди, не колупайся. Смысла их убивать нет, я уже понял. Просто посмотрели. Теперь идем, короче, к... Как его? Не забыл. А, крокодинскому. Ай, я совсем забыл, что я еще не до конца здесь разбегался. Это же лабиринтик, который я так и не прошел. Не увидел еще раз Чипу, она как-то слишком быстро бегает. О, вышка. С нее мы точно увидим расположение Чиксоны. Чиксона, а ты где? Оу, не, здесь вообще ничего не видно. Где она? О, паркурчик! А, блин, упал. Сейчас. Я уже понял, что мне надо делать. Это супер крутая стратегия. Мы так точно увидим Чиксону. Да блин, я глупый, я что так плохо паркурю? Вот сюда можешь запрыгнуть? Не, никак. Опача, что я делаю? Да прыгнуть! Уф, повезло. Уф, повезло. Что делать? Это что? А, башня. Забираемся быстрее. Здесь где-то Чикса ходит. Чикса ходит! Она меня сзади убила. Ну блин, я снова тут. Солнце, здрасте, да пока. Короче, Чиксона меня задолбала. Пойду лучше вот уже в биомчик. Так, смотри, я, значит, осмотрел биом Чиксоны. Осмотрел биом Роксаны. Посмотрел биом Фредди. Теперь осталось биомчик Крокодилыча. Крокодилыч, привет. Ой, как у него тут, смотри, лавка. Типа, добро пожаловать, отсюда должны говорить. И мы заходим. Я сразу же его вижу уже. Что у нас тут интересненького? Вау, ну у него биом прям сочненький, согласись. Атмосферно так. Это что? Так. Что мы видим вообще? Болото, джунгли болотные. Привет. А ты что, застрял? Давай, иди сюда. Ай ты, дурашка. Понятно. Я к тебе подходить больше не собираюсь. Иди ты в сраку. И, блин, робот утонул. Ну что ж ты, бедняжка? Стой, я что, застрял? Я что, застрял? Только не это. Дайте выбраться. О, все. Быстрее, бежим отсюда. Нельзя, чтобы он меня достал. А, он все равно застрял. Ладно, пофиг. Что у нас тут есть? Вода как выглядит? Ой, тоже сочненько довольно-таки. Во! Смотри. А здесь выставка получается, смотри, это как раз вот этот крокодильчик. Слушай, мне его ник надо узнать, а то я не посмотрел. Здесь у нас какой-то склад, он мне не нужен, естественно, чё мне там искать? А это что? А, это просто типа лианы из красивых блоков. А это у нас обратно в лобби, а, да-да-да. Ну тогда все, я смотрел, даже тут не особо ничего такого нет. Получается, только вот интересная личность здесь стоит, которая меня убила, и его зовут... Монтгомери. Блин, им какие-то имена придумали прям сложные. Монтгомери, как это вообще запомнить? О, а это что за комната? А, я здесь был. Хорошо. А вот эти подъемы, это просто лестницы? Да, все правильно. Все, робот, иди туда. А я пойду в последнюю... Черт. Что это? Это она? Это Ваня. Это она. У нее нож в руке. Или мне кажется... Что делать? Я не буду подходить к ней. Черт, она прямо там. О, нет, она идет сюда! Помогите! Ладно, за... На! Быстрее! Проходим! Черт, как она страшно выглядит под светом этих штук! Вот сюда! Что здесь есть? Черт, здесь ничего нет. Ваня, не иди сюда. Так. Ну, как видишь, комната здесь прикольно выглядит. Я на все комнаты говорю прикольно. Ой! Ой! Вот это вот жутко. В этих блоках можно сидеть? А я не знал. Смотри. Оп. И ничего. Так, тихо. Быстрее. Что это? Что это за свет? Я же в Security Breach, я помню эти видосы. Ой. А, туда я выбраться не могу никак. Привет. Блин, она так светится странно.
Она скачет. Помогите! Она меня сейчас сожрет. А кому я прошу помощи? Других аниматроников, что ли? Скачет, смотри. Смотри, сейчас на свету будет. Блин, она, знаешь, вот она самая прикольная из всех аниматроников, скажу честно. Точнее, из вообще всех персов, из ФНАФ. Потому что она не аниматроник, как я понимаю. Хотя ноги выглядят не совсем естественно. А может, это она в теле аниматроника? А, походу, да. Ну, разве не... А, ну да, походу, да. Почему с ножом? Ну, а в принципе, аниматроники же могут нож держать. Я ее вывел из ее суперкрутого местечка, и теперь спокойно ее могу уничтожить. И вот она меня прирезала. Они странно так выглядят в RTX все, как-то... Как-то вообще сочно. Смотри на нее. Она реально... Офигенно выглядит. Давай, залезай. А, может... Так, сейчас. Я подумаю, как тебя выпустить отсюда. А, стой! Я ж тебя выпустил. Чё ты сразу дерешься? Ну ладно, я не знаю. Я вообще не ожидал, что я попаду сюда. Реально, в Security Breach. Он даже не вышел еще. Блин, надо будет в FNAF-чик поиграть попробовать. А, и меня убили снова. Как ее зовут? Венни, да, все правильно. Ладно, я ее тогда добиваю. Крольчиха не должна жить. Потому что, ну сам понимаешь, она с ножом самый опасный аниматроник. Или она не одна с ножом была. Все, прощай. Грустно на самом деле, что все. Вот бы у них, конечно, страшные звуки были. Жалко, их нету. Ну, потому что игра сама не вышла, пока не сделана, чтобы звуки были. Я же все-таки с аддонами. Ну, ладно, надеюсь, тебе понравился этот видос и эти 10 дней выживания, полностью все 4 части. Может, какие-то тебе не понравились, а может, какие-то... А может, все понравились. Было бы очень приятно, что тебе все понравились, и ты все посмотрел. Ну... Все вроде, да, мы посмотрели. Пиши в комментариях, как тебе вообще понравилось вот это все, вот эта вот божественная красота. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, наверное, ну, конечно же, не теряй!